блядь. Командочка. Придется. Саня, готовы? Не закажут, думаешь? А ты шафлю нас? Шафлю. Да, я шафлю, уже шафлю. Готовы? Да. Ух, блядь, ну давай, пьяная башка, поехали. Хорошо, Сопрано, про кого фильм вообще, сериал? Про гангстеров. Не-не-не, а в общем, семья. Гангстеры, бандиты. Больше, именно итальянская такая. Мафия. Так, мафия. Хорошо. А, Дональдс, что перед Дональдс идет? Дак, мафия Дак. Мафия. Первое, еще раз. Вот, фу, блядь, ладно, скип, проебался. Хорошо, фильм, по-моему, Тарантино, где снимался... Блять, как его, сука. Где еще кадр такой из багажника? Из багажника такой кадр, где они втроем в костюмах такие смотрят на него. Ну, это бешеные псы, типа. Отлично, оно. Хорошо. Кто человек, который за свою страну прям. Патриот. Отлично. Кто такой? У короля шут. Нет. За дичью идет в лес. Охотник. Охотник. Хорошо, где на остров самолет упал? Бермудский остров. На русском. Ну, я думаю, считается. Ну, лост можно считать, а вот охотники, я, конечно, не засчитывал. Охотники, да нет, конечно, блять. Ну, мы Макмафию засчитаем же, Джокер же произнес. Не, Мак. Ну, я там сказал уже Мак тоже. Макмафия, пиздец вообще, что за, блядь? Ну, я не могу играть, пизда. Джокер произнес, ну ладно. Короче, если что, вот видите, мы типа минусуем только за два подряд. Если один, типа, если было бы вот так, то мы не минусовали. А типа, если то, что два подряд, то мы минусуем. А Саня сказал Макмафия? Ну... Нет, ты сказал Дональд, я сказал Даг. Да, да. Нет, он сказал Даг. Потом сказал Макмафия, и да, уже потом начали повторять просто. Объективно было произнесено это. Ну, значит, все. Если... Ноль машины. Ну, мне просто я такого кажется, не помню, чтоб я говорил. Просто Саня говорит сам, что он такого не говорил, поэтому, типа... Не-не, ему кажется, ну, ему хотите, кажется. Ну, хотите, убирайте. Макмафия, все нормально. Мафия Макдональдса. Они слышали, значит, останем. Там снизу, Машка, ready надо нажать, так вот, когда готово. Ой. Я особо сериала не знаю, так что вы на меня сильно не надеетесь. Ну, да мы тоже, у нас команда, которая не смотрит сериалы. Поехали. Поехали. Смотрит аниме. Ладно. Блять. Короче, ладно. Вот есть Борна. Знаете фильм Борна? Там первое слово. Да, так. Инициализация. Эволюция. По-другому, по-другому. Как я вот вертолетом себя что делаю? Экспортируешь. Не-не, ну я там женщина, я мужчина. Да, я забываю это слово постоянно. Уникальный номер, Лёх. Инициатор. Идентификация? Не подсказываешь. О, идентификация. Да, да, да. Хорош. Понял, блядь. Короче, смотрите, вот есть предмет такой, там, где ты изучаешь то, что было до этого. Это история. Хорошо, а вот есть настоящая, а есть... Вымышленная история. Нет, Антоним. Выдуманная история. Нет, наоборот. Реальная история. Настоящая история. Да, только другое слово. Как настоящая, только другое. Реальная. Ага. Когда ты в человеке очень сильно расстроился, у тебя такое сплошное разочарование. Ага. Ну, не, ну в поисках приключений с Михаилом Кожуховым это сильно, блять, вообще прям. Это мощно, блять. Что это вообще все такое? Сука, в поисках приключений. А ты, Сеня, боевой или транспортный? Вертолет. Транспортный, блядь. Little Bird, да? Че, погнали? Погнали. Тоже сериалов мало знаем. Сериал про Хику хакера. Я робот. Нет. Мистер робот, блядь, точно. Этот я не знаю сериал. Вы знаете, вот человека с. Волосами, типа, дьявола. Ну, цвет волос дьявольский. Красноволосый, типа. Да-да-да, вот. И я молчу, противоположность. Говоришь. Я говорю. Вот, знаете такой сериал? Красноголовый говорит? Красный говорит? Да-да-да. Красноголовый и говорит? Это не мужчина. Красноголовый? Красная говорит? Красная, красноголовая говорит? А, ладно. Блин, блять, это финиш, нахуй. У Миши донат на этот. Это шишки! Джо-Джо? Белые. Цыпочки. Черные, блин, ну говорите. Алые просто. А, черные.
блядь, сказал бы, кто-то блядь, сказал, ну что это, трава зеленее. Это вообще блядь, какой же разъёб, блядь, вообще. Мне больше нравится, блядь, типа, про хику хакера, я робот. Нет, нет, нахуй. Да. Вы я тоже типа говорю, вы чё? Никита, вы слабое свино, блядь. Прощайте. Ну как говорит Джинджер, это легенда, блядь, теперь вообще. Красноголовая говорит, блядь. Я думал, вы знали просто сериал. Так это мультик. Так лучше, типа, знаешь, у кого веснушки, типа, Фокс Кидс. Мультик на Никелодиону про скучную бабу, блядь, вообще, я бы сразу сказал, нахуй. Я просто не люблю. А это не Дарья лучше, случайно? Да хуйня, потому что... Не, как говорит Дарья. Дарья это другая. У неё там брат ещё был. Дарья тоже хуйня. Да, факт. У неё, как говорит Джинджер, ещё две подружки. У неё братья только, брат смешной с додиком таким в капюшоне. Вот они прикольные. Смотри, ты нажимаешь Машка старт, у тебя сразу первое слово дастся, ты его объясняешь. Как только объяснила, еще раз кликаешь, следующее появится. Мне обещай объяснять, господи. Все, ладно, сорян. Это вот игра, в которую Леха много играет. Только цифра у нее в названии меньше на 2. Станция 11. Станция 11. Ага. Чего нахуй? Шоу было такое по ТВ с женщиной, пошлое такое, с женщиной с большой грудью. Секс-актриса Чеховой. Хорош. Ого, откуда знать? Ё-моё, два города, один это башня, которую строило много людей. А Вавилон? Второй город в Америке, в Германии, столица. Берлин, Берлинский Вавилон? Блин, просто назови два слова. Берлин-Вавилон. Вавилон-Берлин. Еще раз. Берлин-Вавилон. Да. А, девочка с темными косичками Венсбей. Думает... Ага. А, когда чувак звонит тебе по телефону и... Лучше звонить Солу. Не, ну с Вавилоном, Берлином хорошо на самом деле. Тогда... Станцию 11 тоже сюда. Плюс 4, мощно, блядь. Жёстко. Вы отгадали станцию? Да, станция... Да, станция 11 отгадали. 13 бы отгадали? Фу, ну поехали, пацаны. Оу, блядь. Ну ладно, если я тяжело, не смогу. Понимаешь. Вот этот Роуэн Аткинсон, актер, его самая главная роль такой английский, типа английский Джеймс Бонд, только смешной. На машинке маленькой ездит. Мистер Бин. Хорош. Ух. Ой, блядь, ну это жопа. Это вот продолжение Игры Престолов. Дом Дракона. Хорош. Ну ёбаный в рот, что это за слово нахуй? Это Бэтмен в каком городе живет? Готэм. Хорош. Ну, это вообще пиздец. Так, ладно, окей. Это вот рядом с Англией есть такая вот тоже типа страна. Ирландия. Так, хорошо, вот Никитос. Нация, кто они? Ирландцы. И вот они в столице Ирландец. Англии. Ирландцы в Лондоне. Хорош. Вот есть как вот карточный, вот из этого же материала. Домик. Вот. Карточный домик? А, нет. Вот, да, бумажный вот... домик, бумажный домик. Да, ну, по факту, типа, нормально. Ну да, нормально. Ну и все, хорошо. Хорош, ебёшь, как им через одну нормальную давало, а через одну хуйню давало. Через одну, блядь, ну смотри, король тигров, убийство, хаос и безумие. Удачи, блядь, объяснять нам. Ну, американскую историю я не мог попробовать. Да ну долго, типа. Больше времени потратишь, конечно. Капительник, блядь. Капельник. Что это такое вообще? Капельник, капельник. Капельник, я тоже не знал, как объяснить, типа, как капельница, типа, только... Как капельница, только кто, блядь? Капельник, ну, капельницу, если бы ты сказал, уже все, да. Ну да, это однокоренное. Давай, Лёв. Ну, блядь. Нет, Роксант, не стрел. Давайте. Один уже заебись будет. Поехали. Сериал про... там беседка еще была такая. И женщина, по-моему... Блять. Какие-нибудь еще варианты? Дом 2, ребята. Блять, ну я похуй. Пиздец. Диджей такой есть. Давно. Во, только без первой буквы. Мэш. Ага. Хуй знает. Я точно угадал. Это супергероиня, которая сражалась с... Блять, он Доктора кто играл? Киновселенная Марвел. Она, по-моему, то ли бессмертная, то ли у нее сил дохуя. Ага.
Сирич про нее такой. Ну что она делает, блядь? А я не помню. Ванда, Ванда, видишь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блядь. Там веб? Ну нормально, ребят, нормально. Джессика Джонс? Хорош, да, я не знаю, как объяснить Джессика Джонс. Мы тут не доедаем, Никита. Там Дэвид, да, не, я понимаю, я просто... Ну одна нормальная. Куча из Марвел, которая вечно пьет. Эй, за последние минусы, Саня, заебал класс. Сказал бы, типа, девка Пинкмана только в Марвел, блядь, и все. Пинкмана? Ну да, Джесси Пинкмана. Да, из этого. Которая сторчалась еще. Я, если честно, вообще забыл, о чем Твин Пикс. Если честно, вообще из этого ничего не знаю. В городке там пиздец происходил. О деревне. Я помню, что там беседка какая-то наверху. Ну что, командочка, готова? Кадр. Конечно, разваливаем. Поехали. Сериал про Лигу Легенд. Аркейн. Сериал про вампиров, где снимался еще чел из Гарри Поттера, вот этот, который... Рыжий? Хорошо, называют вируса. Вирус, определенная версия вируса. Как называется версия вируса? Штамп. Отлично. Штамп. Королева русская. Елизавета. Екатерина вторая. Кого Шоу Папичек играла обычно? Вика. Виктория. Отлично. Похуй. Когда много голосов поют, это что обычно? Хор. Отлично. Классика. Лёх, блин, хорошо. Классика аниме про чела, который... Там Спайк его звали еще. Это... Это Ковбой Бибоп? Отлично. Сериал про разные новые технологии и то, как их там, типа... Хорошо, отражение в чем? Зеркало. Зеркало. Черное зеркало. Черное зеркало. Черное зеркало. Какой... Ладно, похуй. Заебал. Аниме. Бля, честно, вот Ковбой Бибопа только благодаря вот... Иначе ты бы мне не объяснил. Понятия не имею про что само аниме, блядь, но знаю ремикс пиздатый на эту песню, блядь. Ну как ты только сказал Спайк, я все понял. Но мы в разных командах. Так, поехали. Фильм там, где два мужика едут на фуре. Ребята, дорога два мужика на фуре. Пацаны русские. Русский. А, дальнобойщики. А, блин, дальнобойщики. Короче, есть такое привидение, а по-другому еще как. Призрак. Да, он в таком большом здании на горе. Призрак дома на холме. Ладно, похуй. Нормально. Короче, на небе ночью светит что? Луна. Луна. Солнце это что? Да. Короче, планета, только как железная, только по-другому. Стальная звезда. Да. Короче, вот есть история. Тебе кто-то рассказывает историю, а по-другому как. Забей, я сказал слово. Короче, чел такой мультик, там, где у него есть разные приблуды. Бентен. Не-не, да вот тут, блядь. Он как детектив, профит, только по-другому. Инспектор Гаджет. Да, вот. Это я не шарю. Призрак дома на холме норм. Ты не сказал холм, ты не сказал дом, ты сказал здание, игра. По ту сторону изгороди это вышка, пушка, блядь. Прикольный. Вообще, кстати. Вот Арсюхи бы заказали его, блядь. Это было бы заебато. Он такой прикольный. Он охуенный, он не прикольный, ты шо? Ну ты сказал здание, да. Это чуть ли не топ-5 мультиков, наверное. Такой, хороший. Не-не-не, по ту сторону изгороди мега кайф прям вообще. И пиздатый, да. Что это, аниме? Нет, Cartoon Network, да, просто мультик. Такие, сука, сложные на самом деле сериалы, это пиздец. Нормально, если бы ты на Инспектор Гаджете сказал ту-ду-ду-ду-дун, а Призрак дома на холме, кстати, классный. Че, готово? Да. 7-е. Счастье, небо, чудо света. А у тебя, помните этот, паспорт покажите, Лилу. Психопаспорт? Вот это. Что? Мультипаспорт? Элемент. Элемент, да. Только не элемент, а ты это ощущаешь. Вот как это называется? Ощущение? У тебя есть. Чувство. Седьмое чувство. Да. И на один выше. Восьмое чувство. На один выше. Хорош. Пиздец, блядь. Старый. Новый. Дом. Черешня. Вишня. Так. Старая вишня? Новая вишня. Вот Миша правильно говорит. Молодая вишня. И сок ты пьешь, он... С какими бывает? Мякотью? Разные есть, типа апельсин, яблоко. Блядь, новая вишня вкус, новый вкус вишни, блядь. Да-да-да-да-да.
Ну, зачитаем, ладно. А, то, что говорили про... Бля, что это за хуйня вообще? Новый вишневый вкус, блядь. Блядь, когда? Говорили сегодня об этом. Что такое этот ваш секс? Тяжело было, конечно. Говорили просто секс в Фисе Чеховой. Не, говорили секс в большом городе, вроде кто-то говорил. Не-не-не. Секс в Фисе Чеховой как раз был, да. Арсюха отвечал. Любимая передача. Я бы с Анфисой Чеховой, ох, бля. Ну, Сень, ты еще. Она уже старенькая. С любым, блядь. Она уже пиздец пожилая, на самом деле. Ладно. Готовы, проржались? Да. Да, да, приехали. Есть вот восток, а есть... Запад. Запад. Есть хвост у птицы, а что, чем она летит? Голова. Крылья. Одно? Крылья запада. Крыло. Западное крыло. Это вопрос, это современный сериал, достаточно новый, про таких, как я, то есть не про мужчин. Альтушек? И они что-то делают с другими, с мужчинами, доводят их до смерти. Женщины-убийцы, девушки-убийцы. Ладно, забейте. Это машина. С четырьмя кружочками, кажется. Ауди? А, нет, это не Ауди, это Ауди, пардон. Это другая машина, блядь. Давай. Не знаю, ладно. Не надо было нажимать. Это исчисление денег в большом количестве. Есть большой миллион, куш. А есть больше? Миллиард. Жёстко. Ну, ребят, нормально идём. Нормально. Сори. Почему женщины убивают, блядь? Почему же, нахуй? Почему так, блядь? Хороший вопросик. А ты до скольки ставил поинтов? До 40. Ну там можно менять. Я, блядь. Ну нормально. Саня? Ну давай, Миша. Фу, ну поехали, ребятки. Ох, ёб твою мать, вот есть... Не, в пизду. Короче, у короля сын. Принц. Хорошо. Принц. И вот Перси. И вот дом был сериал. Дракона. Так. Принц драконов? Только Драконий принц. Ну вот нет, вот первое, принц, вот как ты сказал, дракон. Вот. Принц, да, драконов. Все, хорош. Принц, обратное называем плохая. Хорошая. И муж. Жена. Хорошая жена. Есть. Жена. Дерево пускает. Корни. Есть. Корни. Спидстер. Вольчик. У DC, спидстер. Флэш. Есть. Клан. Сопрано. Есть. Сопрано. Блядь, жестко. Сериал от Amazon, блядь, который стоил 500 миллионов долларов по вселенной Толкина. И как он? Как он назывался? Вот на пальце что? Кольцо. Кольцо. Братство кольца. Или власть кольца. Ну, власть кольца, кольца власти, блядь. Ну нормально, засчитываем. Власть кольца, кольца власти, одно и то же. Пиратский перевод просто. Спицеры Флэш не однокоренное? Нет, не однокоренное. Властелин колец. Так, Флэш, власть, блядь, это что, это молния вообще? Или что это? А что это? Вообще, это вспышка, по идее. Вспышка, да. Флэш, да. У меня, кстати, подлагивает. У вас тоже подлагивает немножко? Да, это сам сайт. Будете душить за власть кольца или нет? Не понял. Да, я думаю, да, но да. На самом деле... Я никого не дышусь. Да вроде примерно правильно, поэтому ладно. Ну ладно. Сегодняшнего дня. Понял. Ну, поехали. блять. Клифф Баркерс. Знаешь игру, Арсений? Клифф Баркерс? Не знаю. Ладно. Сейчас, блять, там песня охуенная, мультик. Аниме в детстве все смотрели. Там Йосакура. Дигимоны. Ага. Перевод Ника, вот который слева сидит. Который наш белорусский друг. Аниме. Эльфийская песня. Ага. Это нахуй. Ёб твою мать. Охуенный этот человек, который фильмы снимает, режиссер. Он снял... А что он? Да пошел он нахуй. Скорсезе, Нолан. Не-не, давай еще. Тарантино. Еще. Кубрик. Еще. Да, блядь. Что он не снимает, блядь? Нормально. С быками связано. О, с быками у него фамилия связана.
Чего, блядь? Торно. Ну, это, блядь, жестко, да. Ну, я бы сказал, через ужасы, типа, кто снимал много ужасов. Три это стабильно. Я ни одного фильма его не помню, кстати. Я даже не знаю, кто это, если честно. А, так Ерехон не отгадали же. Да, но... не догадали. А ты в Киевбаркер же Эриха не играл? Нет, я играл. Я сразу не понял, типа, про Клиффбаркера, когда ты начал, типа, объяснять. Лёх, надо было корабль в этом, в Детройте, говорить, как называлось. О, кстати, жестко. Я бы не вспомнил. Ну, хоть даже я не помню, как корабль в Детройте. Да. Так, пацаны, готовность номер один. Поехали. Let's go. Была под ДТВ, там, где сиськи показывали и так далее. Программа такая. Голые типа, смешные. А только здесь, типа, когда страшно, и ты такой... Как что это? Как это? Ну, голые напуганные, типа. Да! Классно, ебать! Про мультик про животные с четырьмя, которые еще могут и ебануть копытом. Не бей коп... Не-не-не-не-не, мультик. Там именно название животного, на котором скачут обычно. Кавалерия, корова, на чем? Бык? Лошадь, нет, кавалерия. Типа. Лошадь. Конь? Лошадиный патруль? Какой? Миша. Его имя. Имя. Там главный герой именно он. Бля, Спирит. Лошадь была Джек. Ёбаный в рот. Сериал старый, ситком про семью. Кто мы вообще? Кто мы? Кто я? Друзья. Так, хорошо, по-другому. И там число еще, типа. Кто? Один? Больше, чем один? Следующее число. Два. И вот еще чуть-чуть. Два друга. Нет. Два друга. Бля, ёбаный в рот вообще, нахуй. Нет, ну. Ой, тяжело. Но голые напуганные хорошо. Но по ДТВ смотрел, Миша, я такой. В смысле, голые напуганные это по Discovery шла, блин, где они выживали нахуй на острове. А я не смотрел по Discovery, у меня не было Discovery. Я подождал бы, я бы Джек. Но голые смешные, я смотрел. Да. Саня назвал коня Боджека буквально через секунду. Он сказал лошадь Боджек. Так конь лошадь, это ж одно и то же. Ну, он сказал это после того, как он нажал уже просто. Не-е-е. Ух, ну с богом. Уже было сегодня про мафию, толстый там мужик еще снимается, и говорили. План Сопрано? Да. Короче, когда есть такая игра, мечом кидаешь и попадаешь, это вот похожее слово, короче. Меч кидаешь, попадаешь. Что, блядь? Блядь. Ну, когда ты, хорошо, ты словил красную карточку в футболе, и ты из игры что? Фол. Выпал. Удаление. Вот Маша похожее слово говорит. Выпуск? Выгон? Тебя выгнали с поля. Да. Блядь, я не могу объяснить, ладно. Короче, сериал, где у человека есть две личности. Одна ходит на работу, вторая, типа, тусит. Хорошо, есть умножение, Ханна Монтана? Есть разделение. Да. Короче, три слова. Мы живем, то есть, есть война, есть? Мир. Хорошо, есть второе, есть враги, есть? Дружба, жвачка? Да, полностью. Мир, дружба, жвачка. Да. Хорош. Очень уверенно было прям. Ну, вы бывшая, это, конечно... Ну, вы бывшая, да, типа, бывшая, нормально. Тяжело было объяснить, надо было через бывшую объяснять, короче. Да, я вот тоже подумал, типа, знаешь, там, когда обращаются не ты, а, типа, мы, и, типа... Ну, это про... Девушка, которая уже с тобой не встречается, все. Так, ладно, они нас что-то догоняют, надо поднажать. Готов? Давай. Нихуя свидание, на пятницу снимем. Фильм на Нетфликсе про девочку. Ладно, хуй знает, вы не поймете. Помните, был умный мультик такой про умного? Джимми Нейтрон? А как полностью называется? Мальчик-гений. Джимми Нейтрон, мальчик-гений? Ты вот когда собираешься куда-то пойти... Вот квест взял, вы с отрядом куда идете? Путешествие Джимми Нейтрона? Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, блять. Хорош. Ёбаный хорош. Рот. Есть бандит, а есть... Полицейские. Полицейский. Город, столица Японии. Токио. Соедините два слова. Полицейский Токио. Полицейский Токио? Миша, правильно, токийский только полицейник? В единичном числе. Полицейский Токио. А Токио полицейский, блять. Не, общее слово. Первая. Полиция Токио. Она. Хорош. Блять. Ладно, уже тут хуй объяснишь. А полицейник блядь, но это... Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, это сильно. Нет, так я сказал, но я говорю, это пиздец, блять. Вот название же дебильное. Все же Джимми Нейтроном его, блять, называли просто. Я ебал в рот, блять. Как Леонид Дмитриевич до этого.
Не, ну, кстати, «Полиция Токио» хороший сериал. А, я что-то помню, у меня его на кино... Ой, наверное, на сериал «Ауки» хотели заказать. Уходим. Уходим. До свидания. Есть день. Ночь. По ТНТ идет такое шоу. Да-то в России. Вот первое слово. Пиздец. Есть Приключи... никогда, а есть... Всегда. Всегда. А вот когда... Всегда редко. Бесконечная ладно, ночь. Нет. Блин. Так, подожди. Вот мы... Люди могут быть вместе, а девушка может быть... Раздельно. Нет, ну, по-другому. Одна. Ага. Одиночество. Однажды ночью. Песня... Да. Ага. Собаки только по-другому, грубее. Кошки. Пес, псы, бешеные псы. И это, короче, такое место поселения индейцев, где они живут. Псы резервации. Жестко, блядь. Ебать, впервые слышу. Бля, я честно, я тоже понятия не имею, что за сериал, но мне интересно было, реально ли это снова резервация, блядь. Ёбнешься нахуй. Это какие-то ебанутейшие сериалы. Факт. Намедни, это что? Ну, намедни, это типа на Я не знал, это сериал, Саня, если что. Я, блядь, сказал просто резервации, потому что типа Маша объяснила это слово. Если бы ты сказала накануне, я бы зачитал. Жесть, если бы Маша играла, кстати, в Тарков. Потому что одна это на приставка. То через Тарков резервацию было бы легко объяснить, конечно. Жесть, блядь. Фу, ну что, поехали, мужички. Поехали, Миша. Вот, типа, знаешь, вот у тебя в голове твоя думалка. Это что? Сознание. Нет, ну орган, блядь. Мозг. И когда его нету, по тебе говорят, что ты... Безмозглый. Ну, нормально, ладно. Так, окей, смотрите. Есть, вот как... Не, в пизду, блядь. Вот врач, только почти такое же слово. Вот, ну, типа... Доктор. Да. И вот, вот Саня правильно сказал, и сериал с этим словом. Доктора? Доктор кто? Доктор хорош, Кристо. Хорош. Блять, до свидания. Вот, это сериал в детстве все смотрели про трех подруг. Они, короче, такие магички, типа. Зачарованные. Хорош. Это с Пушным, блять, где он умный. Глеб. Хорош. Ты, вот когда... Я. Нет, вот, например, после меня будет Арсюха загадывать он. Следующий. Следующий. Хорош. Типа, знаете, вот говорят, что я слежу и не спускаю с глаз, типа, он в моем... Понимание вообще приспособлено. Ты молодец, да, блядь, Саня, конечно, ебёт в этих сериалах. Саня, блядь, я, блядь, объясняю слова, нахуй, в основном, блядь. Ну, либо везет, я хуй знаю. Ну, поехали. Да no luck, just skill, блядь. Поехали. Мария. Вот есть поверхность, значит, матовая, а есть... Глянцевая глянец. Вот он что делает, этот глянец? Блестит, блестящий глянец. Один. Вот блестящий глянец. Блеск глянца. Мы с собой смотрели. Я такую идею придумал, мне за нее премию дадут. Однажды... Ой, блин. Чё нахуй? Лапенко? А где? Где? Однажды в Лапенко? Да какой однажды? Все Лапенко. Да, нет, ну, в, только... Как? Внутри Лапенко. Молодец. Сериал про пацанов в училище в Суворовском. Кадеты. Как? Кадетство. Ага. В пизду. Второе слово. Отчуждение. Зона. Ага, это второе слово, запомнили. А теперь сериал про вампиров и оборотней. Фильм, точнее. Сумерки. Сумеречная зона. Зона сумерки. Ага. Маша, ты смотришь, там вот эти вот магия всякая, и они типа кто лучше? Экстрасенсы, битва экстрасенсов. Хорош, хорош, хорош. Ну, жестко. Бля. Внутри, ну, Маша, внутри с Лапенко. С блеском ты нихуя жестко, завернул, жестко. Вообще нереально прям. С блеском вообще люто было. Ну, хоть так. Но с Лапенко ты у меня не это получишь сегодня. Леденящие душу приключения Сабрины. Пошли они нахуй. Ща покурил калик. Поехали, парни. Разделить на поровну. Как это разделить? Поровну. Пополам. Нет. После одного. Половина. Что идет? Два. Два. И теперь разделить на... Угу. Угу.
Сериал про страсти в больнице, такой старый еще такой. Клиника? Что изучает... Клиника? Нет, что изучает человеческое тело, наука о человеческом теле. Блять, анатомия? Анатомия страсти? Цвет немножко светлее черного, на английском. Серая анатомия? Серая анатомия. Вот первое слово на английском как будет? Грей, анатомия Грея. Отлично. Хорошо, сериал про детектива, там еще снимался и Светлячка главный герой. Новичок. Нет. На чем мышцы держатся? На кости. Отлично. Сериал старый мультик про учела, короче, ебало, короче, эллипсой. Эллипс. И Арнольд? Да. Бля, я охуеть просто. Ебало эллипсой. Бля, ебаный в рот нахуй. Ебало эллипсой там. Хорош. Бля, ну ебало эллипс, это жестко было. Не сказать, блядь, дыня нахуй. Голова дыня, блядь. Эллипсоид, я что-то, блядь, аж это самое. В вселенную, блядь, погрузился на секунду, блядь. Пиздёвый мультик, кстати. Помнил же еще это слово. Но все поняли сразу, что эллипс. А как? Я забыл. Главное, что Саня понял. А как эллипс на русском нашем? Эллипс. Эллипс таки ну, так и есть, да. Нет, да, что? Блядь. В смысле? Эллипс таки. Ну, когда по-простому. Овал. Вплюсный ты... Овал. Ну, овал и эллипс это немного... Овальное ебало. Это другое. Да, это разное, это разное. Эллипс по плюсам сплюснут. Ну, факты. Ну, а чё ты развыкнул? Ну, то же самое, овал, эллипс, хуйня одна и та же, в принципе. Я вам как программист. Нихера. Так, ну что, поехали? Ну, вроде рэди. Только дайте нам что-нибудь простое. Короче, ебанутые, только по-доброму. Больные? Не-не, ну вот именно... Сумасшедшие. Бля, ладно, это, наверное, корень я сказал, похуй. Короче, есть первые, а есть... Вторые? Не-не, вот самый-самый дальний. Последние. Ага, а есть злодеи, а есть... Последние герои. Хорошо. Есть маленькие. Большие. А когда города? Машины быстро ездят, Формула-1 там и так далее, это что? Гонки, большие гонки. Большие гонки. Да. Короче, из, во вселенной Breaking Bad, только там адвокат. Лучше звонить Солу. Звучит здесь Солу, ага. Да. Джокера подружка, как ее зовут? Харли Квинн. Ага. Про Звездные войны, там где типа в шлеме Боба Фетт, вот это только по-другому как-то там называется. Да. Чего? Второй сериал бракованная с маленьким партия. Хорошо, этим... есть апельсин, а есть... Мандарин? Мандалорец. Короче, пизду, бля, я даже объясняю. Блядь, соболезную вашу утрати, блядь. Не, ну это пиздец, блядь. Звездные войны, блядь, там есть такой же, как Боба Фетт, костюм там и так далее, про охотника за головами. Не, есть апельсин, есть мандарин. Мандалорец, блядь. Пиздец, блядь. Это так хорошо, я, блядь, в шоке. Я, если честно, просто про мультик подумал и начал вспоминать, как они назывались. Войны клонов, которые... А я просто подумал, Мишань, что я хуёво объясняю. Подумал, да ладно. Нет, я, блядь, сразу вообще выкупил. Нет, ты не нормально. Я не знаю название этого сериала так быстро. А я была уверена, что Лёха скажет. Я про мультики думал. Я в это время, как только он сказал «Звездные войны» Боба Фетта, такой: «О, это же эти клоны, ебать! Как они назывались?» Все, у меня переклинило. На подружке Джокера я споткнулась, думаю, Джокера подружка. Я скажу такое! А я это говорю, ты сразу выдал. Ну чё, погнали. О, а это я? Нет, погнали, это Саня. Есть, короче, сериал про... короче, подростков от Netflix, популярный очень. Sex Education. Riverdale. Правильно всё сказал. Ну, есть Симпсоны, а есть... Гриффины. Футурама, Гриффины. Угу. Помнишь, ты говорил сериал, где типа чел снимался, вот этот вот... Новичок. Детективный Сопрано? Сериал. Вот то, что Миша сказал... Светлячок, новичок. Ага, да-да-да-да. Сериал про Катю, русский такой. Она была... Не родись красивой? Ага. Еба! Миша, давай наоборот. Жизнь. Смерть. Смерть. Ад. Рай. Смерть, рай. Смерть, рай. Райская смерть. Смерть в раю. Да. Страна... США. Ну как... Америка. Америка. Есть вот мужчина, а есть
Женщина. Женщина. Как они говорят? Жена президента. Говорят? Женщина американская, блядь. Женщина. Ну, попытка, надо же, блядь, отстреляться, пока не умер, блядь. Нормально, плюс 5, ребята, заряжены. Бля, как же летят, как же летят. Вообще, блин. Не родись красиво и жестко, кстати, Мишань. Бля, помнишь. Это не, честно. Это реально, вот, а то, что ты помнишь, там Катя, имя, это пиздец. Имя, вот, на самом деле, это только, ебану, это вот только одно из этого, потому что в этом, в прекрасной няне Вика ее звали, а вот да. Больше и нечего, блядь, предложить даже. Бля, реально, так Катя что... жестко ты вспомнил, я бы не вспомнил. Так она, если бы Катя сказал про очки... Я просто недавно смотрел видос, что случилось с актерами, не родись красивой, как они живут сейчас в этой жизни и так далее. И я такой, блядь, ну ладно. Как видос нормальный? Да он типа в этих, ну, в рилсах, блядь, попался просто. Блядь. Давай, Маша, ебаш. Готовы? Погнали. Да. Вот герои борются с существами такими страшными. Один? Монстр. Это аниме такое. Ух ты, ё-моё. Поезд, когда поздно прибывает... Это что? Запоздал. Опоздание. Он... Нет, он... Задержка. Ага. А если с головой беды? С башкой. Задержка нет, с башкой. Ну, это, блин, нет, знаете, блин, наверное, мы это просто скипаем. Шиза какая-то? Господи, машины едут где? Конкретно. Дорога. А вот... Я сказала, это считается? Давай, похуй, ебать. Автострада какая-то? Нет, ты все правильно сказал. Только перед этим есть еще кусок. Нежная дорога. Не, она никакая, это, блин. Что? Чувак из двух слов. Это по дороге сломанного рельса, что? Ну это нормально, блядь. Это нормально, нахуй. Охуенно. Это... Ну это нолак. Когда вот такая хуйня, вот это, блядь, там с Михаилом, блядь, Анкалаевым, с Гильермо Дель Торо, блядь, с Норманом Ридусом, ну это вообще пиздец просто, блядь. Ай, давай, 4 мы выиграли. Ой, блядь, это парни? Жестко. Давай, Миша, поехали. Попробуем, ничего не обещаю. Давай, Мишаня. Вот как есть, типа, как волшебницы, только вот по-другому. Ну, вот, типа... Бич? Вот, да, типа, вот как это по-русски? Ведьмы. Ну, нет, еще вот по-другому. Такие, вот, знаешь, накладывают чародинец. Они... Вот, ну вот да. Чародейки. Вот. Да, хорош. Ой, ну это пиздец. Вот есть вот этот, блядь, китайский такой суперактер. Мы все его любим. Джеки. Хорош. И у него есть... История. Ну его семья. Перед этим Талисман мультик. Джеки. Мультик с ним. Блядь, как оно жесть. Нахуй? Талисман Джеки собирал. Как? Похождение Джеки. Ну вот по-другому, Саня, чуть-чуть. Приключения Джеки. Да, да, хорошо. Есть старенькая, а есть... Новенькая. Новая. Хорош. Блять, демон и продолжение аниме. Демон? Ну вот, какое есть. Аниме? Ну, блять, аниме есть демон и второе клинок, слово. Рассекающий демон. Ну, по-английски назови, демон. Как оно называется. Да я ебу, что ли? Саня, блять. High school? Демонов high school, я хуй знаю. Все, пиздец, забейте просто, блядь. Ёбаные позеры, блядь, вы. Ты сказал был, не? А? Ты не сказал, ты свой. Другое. Так, блядь, лучше сказал, откуда Лина нахуй пошла вообще из доты? Какой из Slayer? Это аниме Slayer, блядь, оттуда Лина пошла из доты. А, ёптумать, вот есть какое-то аниме, блядь, которое никто не знает, откуда Лина пошла. А есть демон Slayer, блядь, который даже... Я это говно не смотрел и даже знаю, блядь. Ну пиздец вообще, блядь. Ёбаный в рот. Я не знал, как это на английском называется. Эльф, не беспокойся, я шарю за рубаки, ты красава. Хорош, но я не знал, что Лина оттуда. Лина оттуда. Лина главная героиня. Не, ну она же вроде даже не так выглядит. Рыжая, которая оттуда. Ебать, слушай. Это Лина. Лина пошла. Не, ну у нее сиськи большие, а у нее вообще не было сисек. А ну, сейчас, подождите, я загуглю. Slayer. Ну, рубаки загугли, проще будет. Лина. Ну, ее прозвище такое было. Смотрим. У нее даже ник в первой доте Slayer, если что, парни. Да ладно, жестко. Ебать, никогда не думал об этом. Ясно, не фаги нахуй, все, наливайте. Да, там проблема с сиськами, размер другой. Ладно, пацаны, они 12 не отгадают, блядь. Дай бог 2, ребята. Какая-то это сейчас хуйня попадется, поехали. Прошмандовки по-другому, только очень это, красиво.
Ну, типа, шлюхи. Проститутки. Куртизанки, куртизанки. Ага. Наоборот, светлые. Темные времена. Концы. Темное начало. Начало, темное начало. Обратная, большая. Маленькая. Гитарист. Барабанщица. Ага, и теперь вместе. Маленькая барабанщица. Ага. Пизду. Вот ты смотришь фильм. Да? Так. И... блять, а как это объяснить, сука? Все выжили, это что? Все выжили в фильме? Счастливый конец. Хэппи-энд, хэппи-энд. Хорош. Первый, обратная. Последний. Ага, животное, обратно. Последний человек на земле. Хорош. Элли, Элли и мужик. Блять, забыл. Жёстко, на самом деле хорош. Хорошая, хорошая. С маленькой барабанщицей мне понравилось. Барабан — это обратная гитарист, обратная барабанщица. А ты мне нахуй назови обратного барабанщика. А кто что? Серьезно, кто-то бы сказал, блядь, там скрипачка, нахуй, виолончелица, блядь. Не, ну у тебя гитарист, барабанщик, певец. Хорошо, что ты этого не сказала. Я скажу так. Да, Никитос. Ну, поехали. Поехали. Скалдер Малли. Вот, фу, Малдер Скалли. Чё, блядь? Я не знаю, ну, Малдер Скалли. Мы не знаем, духовный, не знаем. Духовный играл. Про Дэвид инопланетян. Духовный. А, этот? Это X-Files. X-Files. Ага, оно. Хорошо, есть приправа такая красная. Астрофин. Паприка. А только первая буква, вот знаешь, как другая буква. Заприка, блядь. Гаприка. Не-не-не, сейчас скажу. Маприка. Ну, мы не торопимся уже, парни. Мы уже дали первое. Сейчас я скажу. Кто на корабле главный? Капитан. Капитан. Каприка. Отлично. Вот есть девятое, да? Что следующее идет? Десятое. Десятое. Отлично. Десятый что больше, чем... Десятое королевство. В чем состоит граф? Отлично. Похуй. Что у России главное такое, знаете, сувенир? Матрешка. Что... Отлично. Матрешка. А смерть обратная? Жизнь матрешки. Жизнь матрешки. Ага. Матрешки. Матрешка жизни. Отлично. Все нормально. Жизнь. Ну, жестко. Жизнь да, матрешки, это жестко, будет. Да. Интерстеллар Дэвид Духовный играл, кстати. Ну, сколько нам надо? Нам нужно всего лишь 10. Я пойду. Всего лишь 10. Ерунда вообще. 10, да. Ай, блядь, всего лишь 10. Да по сколько? По 6 секунд на слово плюс-минус? Примерно, да. Ну, поехали. Понял? Блять, короче, смотрите, идти в вот в воде, вот знаете, можно по-другому как-то так сказать, типа когда по болоту идешь еще, наверное. Увязнуть? Увязнуть? Не-не-не, вот именно слово такое, как залипнуть? Болото, только по-другому. В Лас-Вегасе? Зависнуть в Лас-Вегасе? Только на слово ебаное такое, я не знаю, как его объяснить. Трясина. Короче, смотрите, есть синий, а есть... Красный. Красный. Ага, а есть высокий человек? Низкий. Низкий. А как его зовут? Низкий человек. Красный карлик. Красный лилипут? Да-да. Короче, там где чел, маньяк всех ебашит. Да хуя, Вухрис, который 5-13? Ну, короче, он такой... Или как он там, блядь? Не-не-не, он именно человек, он там полицейский вроде работает, если я не ошибаюсь. Угу. Джиперс, криперс. Ножом хуярит всех. Что? Полицейский. Блядь. Ножом. А, я только сейчас полицейск. Понял. А, ну, хорошо, да. Есть царь, а есть у него жена. Царевна, королева. Царица. Да, а есть север, есть. Королева юга. Королева юга. Да, да. Декстер, хорош. Нормально, я сразу понял, что ты говоришь. Ура! Ну, почти он там, 10. Он там был... Каким он там? Короче, по крови он все вычислял. Нормально. Вывез просто на себя. Перейти речку ты в брод было бы заебись. Я вкину сейчас такую идейку. Вкину сейчас такую идейку. Не, да, говорит, залипнуть в этой. Может, мы сыграем одну Элис и попробуем Imaginarium? Не, Imaginarium не. А вы пробовали? Да, он тоска. Нет, тут с мемными картинками. Да, мы играли. А, ну окей, тогда. Базараны. Давайте еще Элиаса. Бля, ну что-то душнайтер как-то не очень хочется. Хочется попроще что-то. Что-то да, короче, да, попроще. Такое. А это да нет, кстати, вполне, именно как слова, не так тяжело, как будто было бы объяснить. Не, объяснять, если да, там, объяснять было если там сложно. Только не название какое-то из жопы вообще вон, как говорится. Ну, как говорится, приключения с Норманом Ридусом, вот, да? Ну тут это да, это был пиздец. С кем там было? Дому дороги. Факт по словам. Нельзя говорить слова норм. Типа. Это походу какой-то этот. Мне кажется, какой-то крокодил, блядь. Может, на три команды поделимся?
Панки хой, а? Можно и на три. Панки хой, да, звучит классно. Да, мне две прям вкатывает. Типа, вы вдвоем пытаетесь объяснять на английском, да, да, конечно, блядь. Ну, как хотите, можем попробовать и втроем. А мультфильмы и персонажи играли, наверное, да и там мало слов четко. Ты смотришь их? Да, я смотрю просто, какие есть темы, но тут что-то как-то этих тем как будто бы не так-то да, надо тем, найти. Тем очень мало, увы. А мифология? Есть вот, мужской, мифология, ты мужской, свое выбрал, а да? А мужское, женское не хотите? Мужское, давай, женское. Давай, я не против. Вот мы с вами и попали. Сеня просто мем хочет новый родить. Это передача мужское, женское? Я не знаю, что это мужское. Мужское. Нет, да там... давай попробуем мужское. Я так понял, там есть типа мужские, типа вопросы мужские есть, слова, да, и женские, да. Или женские, да. Бля, как закончить игру-то, я не понимаю. А вы все анимешники или не все анимешники? Не, я нормальный. Только я и ты, брат, долбоёбы, увы. И Саня немножечко. Саня тоже, да, Саня. И Маша, наверное, тоже. Я смотрю аниме, но я не анимешник. Сеня уже тоже анимешник. Вдвоём хотите? Не, анимешник — это когда ты сам аниме идёшь смотреть, а не за донатики. Ну, летим. Так, что у нас сейчас за тема? Ой-ой-ой, Лёха! Мужское и женское. Ой, бля! Пизда, Лёха, сейчас разъём, нахуй. Пизда. Это лёгкая тема для нас. Давай, вот для Маши, для Маши Джокером просто будет, потому что там и мужчина, и женщина, так сказать. Джокер в обе стороны просто будет работать. Лёх, ну подожди, настажись. О, нормально, я тоже с девочкой, поехали. 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 Да, это 8 лет пения. Или чего там? Больше. Эльф, ты обязан объяснять слова только таким голосом. Ну, хорошо. Так, ну, я умираю. Поехали. Поехали, Лёх. Вкусный запах дает штука. Паршикыш. Ага. В театре есть. Антракт. Нет, под полом, так сказать. Роешь. Не рой, другому. Яма. Ага. А вот когда ты глядишь по-другому. Смотришь. Яма, ага. Смотрение. Смотровая яма. Ага. Когда тебе нужно пропылесосить, вымыть всю хату. Уборка. Ага, а какая? Большая такая. Грандиозная уборка. У него еще звезды на плечах, звание такое. Генеральная уборка. Ага. Ты приезжаешь, и тебе пшикают водичкой на твою Бентли. Полировка. Не, местность, место само. Ты приехал на? Мойка. А какая? Какая? Какая мойка, блядь? Ну, бушли какая. Какая мойка? Ну, авто. Так скажи, блядь. Смотровая яма. Смотровая яма мужское, женское, да, блядь. Я посмотри. Я по выходным в театр ходит такая. Я просто через оркестровую яму хотел объяснить, но подумал, что... Я сразу понял, что в яме оркестр, типа, и типа, ну... Ну, да, оркестровая яма есть. Я просто ходил с мадругой одной. Бля, я не... Автомойка, но я сказал Бентли. А что такое смотровая яма? Ну, машину, где, типа, заезжаешь. Вот у тебя вот внизу вырез есть, да? У меня батя буквально недавно перестраивал смотровую яму. А я думал, это типа как окоп, блядь, какой-то для смотрящего. Не-не-не, у тебя вот, когда ты заезжаешь машиной, внизу есть яма, где ты можешь подвеску и так далее. С мужским у вас тяжело, да, ребята? Мне точно тяжело. Ну... Давайте, ебашьте. Мойка, какая мойка, блядь. Да я ебу, какая мойка. Бля, я же мог сказать машина, авто и машина разные, да, бля. Я что-то это... Маха. Если есть гендер компьютер, это я. Сейчас, подожди, я прохихикалась. Поехали. Мужское, женское. Женщина что оберегает дома? Очаг. А актриса, порно-актриса самая известная в мире. Как Саша меня зовут? Грей? Короче, хуйня, которая... Типа бритвы. Типа бритвы, только по-другому. Лезвие. Там есть один, есть два, есть... Три. Опасное лезвие, что? Вот. И три лезвия. То, что ты сказала, первые три буквы, правильно ты сказала. Ладно, из какого слова? У мужчины есть ниже носа, что?
Губа, усы, усы? Еще ниже. Усы. Борода, подбородок. Это, короче, чел, который, когда ты умираешь, куда ты ложишься? В гроб, гробовщик. А он кто? Угу, так. У тебя на шее. Где? Бля, ниже носа у меня борода, кстати, тоже идет. Сразу нахуй. Мне когда в бороду дают, обычно нос разбивают, блядь. Что такое адюльтер? Адюльтер — это измена. А, ну вот женская, ребята, женская. Женская, да. Я тебя ударю за такое сравнение. Измена, значит, сразу женская. Ой, нет, стоп. Измена — это мужское, а вот адюльтер — слово типа. Это женское как раз, да. Иногда. Вот оно что. Ой, бля. Ё-моё. Все, поехали, Сеня. Поехали, поехали. Так, начинаем. Ой, это вот такой, знаешь, бренд такой вот этого, блядь. Old Spice. Хорош, блядь, лучший. Это маленькая, на маленьких машинках, как Формула-1, только вот маленькие. Маленькие. Картинг. Хорош. У машины одна педаль, газ, тормоз и... Сцепление. Хорош. На руль на корабле. Штурвал. Ебёшь. Блядь, что это такое? Типа... Да нет, пизду. Сейчас я нажал. Ёбаный в рот. Вот смотри, типа, ты смотришь на природу, и ты ее рисуешь. Это... На пейзаж. Нет, нет, ну ты рисуешь, типа, вот как, ну, вот ты... А, или нет, или это не то, наверное. Перед тобой, вот перед тобой человек не мертвый, он... Живой. Вот, и, это... ну, вот ты как рисуешь. Живопись. Вот, живопись. И только последнее слово, это вот как ребенок, типа... Нет, вот как ребенок называет свой, типа, прибор, только смешно. Какой прибор? Ну свой хуй, блядь! Живописька, блядь! Ну это ж пиздец, блядь, вообще, нахуй! Блядь, что такое живописька, блядь, вообще? Я хуй! Прибор, блядь! Хуй, точно! Ну, блядь, у меня просто решение ребёнок и прибор, блядь, я как-то нахуй не сложилось. А я что-то почему-то начал думать, типа, я типа начал думать живопись, ну типа, как будто, ну, натурально пишешь, типа, то, что видишь, а потом думаешь, живопись, живое что-то там должно быть, блядь. Ой, блядь, живописька, нахуй. Живописька. Это пиздец слово, блядь. Лёх, готов? Блядь, никогда, но давай. Ну ничего, нормально, Миша. Поехали. Больше, чем они. Похуй. Хорошо, у тебя есть кто-то, кто стоит над собой? За крышу ты платишь кому? За крышу? Да, кому ты платишь? За крышу. Кто стоит над тобой? Джек. Босс. Нет, похуй. А куда ты ходишь на массаж? Он тут прям богатый такой, знаешь. Вот три из трех букв. Тайский. Не-не-не. Из трех букв такое. Спа. Вот. Спа. Да, отлично. И на место называется? Спа. Спальня. Нет, на Диком Западе куда заходишь обычно? Вот типа выпить. Салон. Спа-салон. Отлично. Надевают муслимки что обычно? На голову. Паранжа. Отлично. Трусы большие, нахуй, такие. Шаровары. Тканевые. Семейные, семейники. Отлично. Шашлыки на чем жаришь? Мангал. Отлично. Когда гипер... Активность. Нет, забота. Гипер... Опека. Угу. Ходишь с девушкой куда-нибудь затариться чем-то? Шопинг. Отлично. Блядь, жестко. Не, ну это сильно, блядь. Это жестко, так. Бля, покровитель сложное, конечно. Крыша, на покровитель. На иждивении, ну сложно объяснить. Ну да, иждивение я бы не сказал, но покровитель. Ну, я бы скорее, кстати, иждивение сказал, чем покровитель. Спа, спальня, блядь. Ну за крышу платишь покровителю, типа, он. Ну. Спа, спальня, блядь. Давай, хочу спа, спальню дома, надо. Блин. Сейчас же, подожди. Женись. Кому ты платишь за крышу, шусу? Бля, ну Лёха, муслимку угадал нормально. Нормально. Сразу готов? Понял. Да. Трудовая. Книжка. Второе слово. Нет, на ней еще играют. Деньги Скрипка. Ставят. А, биржа. Биржа туда. Такая длинная удочка. Спиннинг. С лесной. Берут палатки, идут куда? Не в лес, кемпинг. А конкретней? Нет, по-русски. В поход.
Грудью женщины это делают детям. Кормление. Что делание, ага. Вот тебе в спа-спа-салон дарят карточку, по которой можно оплатить. Пропуск. Нет. Членство. Нет. Девушкам в золотом яблоке покупают. Караты. Девушке, подругу, ладно, забей. Хрень такая, теплоудержащая, два соединения, так, фигня, которые ранку обрабатывают, ну, прикладывают. Хитпак? Нет, и магния у тебя. Хитпак — это стекловатого объяснить. Ну что это? Новый год! Это ж ебать ебать. А чё? Ну ладно. Никитоса, ты же музыкальное образование получал, да? Да. На трудовой скрипке ебашил там? Не, я ебашил на фортепиано и на ударной. Давай, блядь. Маш, если что, стекловатый, это, короче, утепляют дома. Если ты в этом стекловатую... Я же говорю, утепление. Ну да. Ты потом говоришь, на рану... Ты про раны что-то говорил. Не, ну, Маша хотела стекловато. Да, стекловато отдельно. Нет, я знаю, из чего. Стекловато на ранку, пиздец. Стекловато на ранку, тоже. Еще подышать, блядь, чтобы совсем пиздец был. Фу, ну поехали. Короче, 9 месяцев это что? У женщины. Беременность. Короче, ты в школе сдаешь или там кровь сдаешь. Ты что делаешь? Вот, анализы где? Типа. А, Б, В, Г. Ответы там есть. А, тест. Там есть ответы. Тест. Угу. Куда ты идешь, там, где шлюхи живут? Бордель. Ага, это я не знаю. Короче, занимаются... эти девушки в основном, такой как пилатес, типа фитнес, понял? Только такое просвещение. Еды занимаются еще. Фитнес? Типа, ну, йога. Ага. Короче, как суп, только красный. Борщ. Детям надеваешь, чтобы они срали в них. Памперсы, подгузники. Короче, крутят вокруг тела. Блять, ну типа колесо, как оно называется? Обруч. Ага. Короче, мужчина в семье, кто он? Кормилец. Деньги приносит. Кормилец, охотник. Не, по-другому, деньги, именно деньги. Он, блядь, добытчик. Бля, я сказал, да? Ты сказал. Да, я сказал, да, и Мишаня сразу же через секунду все понял. Охотник, сука. Как суп, только красное. Я не понял, а борщ как не суп, да? Борщ не суп теперь, пиздец. Как борщик, только не красный. Давай, Алёх. Нормально, 6 заебись. Даже с минусом. Да, нормально, да. Ну, вы летите. Так, ну... Давай, Лёх. Готов? Давай, Лёх. Я не готов, поехали. Ага. Сел на... Ноги раздвинул. На рогатку. Нет, ну, блядь, раздвинул полностью. Картаны. Не, ну, блядь, полностью раздвинул. Шпагат. Ага. Загар. Автозагар где делают? Солярий. Ага. В трусы девочки штуку суют, чтобы кровь. Блядь, прокладка. Ага. Димас — это секс. Машина. Обучает этому. Инструктор. Ага. Заливаешь... Масло. Не... Ага. А куда заливаешь? Куда заливаю, блядь, масло? В машине. В машине такое масло. Дизельное масло. Что машина. Заставляет машину двигаться? Ездить. Двигательное масло. Мелкая рук. Не ебу. Моторика. Моторное масло. Жёстко. Ой. Вибратор. Женщина. Ну почему нет, собственно? Вырезать, пожалуйста, как эльф ржёт. Произносит сначала женщина, а потом ржёт просто. Согласен, ничего смешного здесь нет. Так, готово? Нет, давай. Центральный в компьютере. Вентилятор. Intel Core. Процессор. Ну, он вычислил. Да. Член только более ласково. Пенис? Вот как при... как у было, вот прибор Миша говорил. Писька! Боль...
А, когда куришь, сбрасываешь куда? В пепельницу. Она... А, женщины и мужчины сальтухи крутят на этот... Как это в спорт гимнастика? Называется? Вот по-другому тоже. А, спортивная земли. Гимнастика. Знаешь, как меряют земли? Как? В чем? Экватором. В гектарах. А еще в чем меряют? В чем еще меряют землю? Первая буква какая? А-а-а! Ну, гимнастика только... Акробатика. Апельсиника, блядь. Не, я сразу, Саня, понял, что ты про акробатику имел в виду. Ой, блядь. Центральный кулер, это, кстати. Центральный вентилятор, ребята, блядь, обновил недавно. ФПС вообще прибавился, пиздец. Лифта, блядь. Центрального кулера. Просто кто-то делал. Это Миша сделал же, забивал специально вас. Миша. Да ладно. Смешно ж получилось. Ой, хихоньки, хахоньки, блядь. Чё, готов, Сеня? Да, поехали. Поехали. Ой, вот есть такие, знаешь, вот как ты отрастил бороду, только сбоку у тебя вот такие модные, в 70-е любили, хорош. А, у девочки вот эта верхняя, которая грудь прикрывает, типа как футболка такая, только вы, ну... Вот. Блять... Ну он такой... Декольте. Нет, вот, ну типа выше, он такой, как футболочка, такой тоненький. Топик. Хорош, во. А, когда ты разводишься, ты ребенку платишь... Алименты. Хорош. Человек, он типа, который отвечает за деньги. Он типа профессия такая, знаешь? Банкир. Нет, вот, ну, такое более обширное. Обширное, типа. Вот, хорош. Такая вот, знаешь, блять, на полу у тебя к стенке такая прижимается, хуйня такая, блять. Блять. Ну, прижимаешь ты пол к стене, вот типа. Сука! Да. Вот мы его называем в этом, в Хеллдайвере еще его называем так, похоже. Плинтус. Хорош, блядь. А что ты Глори Холл скипнул? Я просто понял, что, блядь, я сейчас какой-нибудь такой перформанс, блядь, выдам на 30 секунд, блядь. Нахуй надо, блядь, Никитос Сучара еще донат кидает, отвлекает, блядь. Спасибо, пиздюм, блядь. Сычок, блядь, а? Так, Лёха, готов? Нет, поехали. Не понял. Подожди, скажи готов. Нет, готов? Поехали. Нет. Нет, Лёха, когда ты скажешь, да, тогда пойдем. Ну, пиздец. Ладно, поехали. Отлично. Хорошо, в спа-салоне что делают обычно? Массаж. Отлично. А вот моторное? Масло. И объедини? Масло для массажа, массажное масло. Отлично. Ботинки такие женские, хорошо, что? Ботфорты. Нет, вот начало отличное. Боты. Так, хорошо, Ботильоны. Отлично, шикарно. Ой, скипнул случайно. Как ты самогон проскипал, блядь? Я случайно скипнул, хорошо, стой. У афроамериканцев, блядь, афро. Хорошо, эпоха ранняя в 16 веке. Не-не-не-не. Вот ты такой, у женщины и мужчины, между ними такая, когда ты свечи зажигаешь и так далее. Что это происходит? Интим. Не, такое ближе женское. Романтик. Отлично. Он-изм. Бля, ладно, съебал. Чем маленькая хуйня, засовываешь. Сел. И такой, чуть-чуть, по чуть-чуть, капа кепельки, чтобы капаться. Пупулька. Пупулька, нахуй. Как ты самогон проскипал? Да я случайно дважды скликнул, Лёха. Да на самом деле, если он случайно скипнул, то можем не минусовать. Да, я это реально случайно. Ну, сайт лагает, есть такое. Ладно. Романтизм нормально защищает. Друзья, ботильоны вы отгадали? Да. Да, ботильоны отгадали. Лёха, вообще. Маша хотела себе ботильоны, это все, что я помню. Я бы тоже охуел. Это короткие сапожки на каблучке. А нельзя просто говорить сапожки? Ну я бы не сказал. Нет, нельзя, это конкретные. Я просто знаю, что это по-женски какие-то боты, нахуй. Я знаю, что Маша хотела ботильоны, я их в глаза ни разу не видел. Слушай, не видел, они в коридоре прямо сейчас стоят. Покажи мне ботильоны. Блять, подождите, я схожу, блять. Лёха, а ты романтизм сказал или нет? А я не помню, что я говорил. Я говорил все. Ты романтик говорил, а потом Никитос такой.
Да, изм, я сказал да. Изм, и это плохо уже все, да. Сука, блять, хватит пить. Самогон, сука, прости. Бля, я бы сказал, что я вот привезу это? Нахуй, когда это же приеду. Ботинок. Нет, это ботильон. Это ботинок. Бля, вот вопрос, нет. Пацаны. Погоди, пацаны, я вам сейчас фото пришлю ботильонов, блядь. Сейчас вы фото ботильонов, нахуй. Пацаны, у меня вопрос. Меня ж в аэропорт не пустят вот на посадку, если я привезу с собой самогон, правильно я понимаю? Если только в багаж положить. Да. А, если там багаж положишь, то нормально, да? Ну, если багаж, который не... Нет, багаж это, который ты не берешь с собой ручную кладь. Да, ручную кладь не беру. То есть ты берешь чемодан и кладешь его в и багаж. Нормально тогда. Ну, по идее, да, по идее, норм. Ну, ладно, посчитать. Его именно внутрь нельзя брать. В теории, сколько у тебя этого самогона? Ну, будет 0,7. А, да, там же нельзя, 0,7, всё. Если ты разольешь по 7 бутылочек до, по 100 миллилитров, тебя пропустят. Блять, заёб. Тебя каждый будет, понял, открывать, нюхать. Я прислал вам в ТГ. Пить чуть-чуть. Ботинки нахуй, это а не ботильоны. Ладно, тогда без самогона, пацаны. Пиздец. Потому что падло ехать 6 часов в Москву, пиздец. Ну, я говорю, ботинок просто, блядь. Почему ботильоны? Лёх, можно ДС? Ну, потому что такое название. Да ты чё, на Xiaomi какой-то сфотал? Что за смазанность, блядь? Где iPhone 15? Темно, и у меня руки дрожат, потому что я... Алкаш, потому что, блядь. Потому что самогон проскипали. Сука, да, за самогон обидно было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, давайте, поехали. Ой. Ну, то есть вы там... Жок. Я пока эльфику ботильоны скину, да, блядь. Да, давай, давай. А, штука такая, лестничка, чтобы наверх забраться. В квартире. Лестница. Ступенька. В квартире такая штучка у тебя стоит в комнатке. Ты ее притаскиваешь, раскладываешь и лампочку меняешь. Терьер. Куда человек ногу на лошади ставит? Такая штучка. Седло. Нет, ногу ставят. Я не знаю, как она называется, но вот скипай. Блять. Ай-яй-яй. Залагала. Ага, нормально, нормально. Это, короче, период между двумя актами в театре. Амфитеатр? Нет, вот у тебя есть первый акт, потом вот этот перерывчик. Да, я помню. Как он называется? Я не помню, как он называется. Скажи апельсин. Апельсин. Первая буква. А. Ну, а потом, амфитеатр так, или нет, антракт? Во. А, ими людей цепляют к кровати, к изголовью и еще преступников. Нормально. Это для преступников вторично, кстати, уже. Но то, что ты, Саня, для того, чтобы вкрутить лампочку терьера притаскиваешь, это пиздец. Маленького такого. Ладно, поехали. Давай. Короче, добывает ее для бензина, понял? А нефть? Такая. Ага. Туда машину увозят, когда она неправильно припарковалась. Блять, ну штрафстоянка. Ага. Раньше как чайник, только из него так, знаешь, подвинул и водичка полилась. Краник там был. Краник. Старая такая. Бля, старый чайник, короче. Самовар типа? Да, да. А, окей. Короче, ладно, впадло объяснять. Пьют как легкий напиток такой, летом пьют в бочках еще. Вас? Да. Uh-huh. На телефоне у тебя, чтобы он не разбился, ты его надеваешь в... Защитный чехол? А, да. Вот плова. В чем плов делается? Казан. Ага. Готовят для... Точнее, не готовят, а когда строят, там всякую намазывают хуйню, там типа розетят. Инструмент, короче, такой. Маленький. Mm-hmm. Бля, шпатель? Хорош, Миша. Хорош. Mm-hmm. Для стрел. Блять, нормально. Хорош, бля. СБ тоже мог объяснить, на самом да, деле. Да, красные такие не, станции. Не, ну разъёб, жёстко. Я мог, но мне так нас падло больше. Было просто. Я считаю, мне вообще ничего в голову не пришло, я подумал. Да, Лёх, ну качество, конечно, да, не айфоновское, да. Так у меня руки трясутся. Есть вопросик к вам. Так. Я тут зашла в Мишин чатик, полистала, и доебались до того, что я сказала первый акт и слово антракт. Ну вот да, только... да, надо было задушить. Да, антракт это... Серьезно? Да. Это... Ну, это не корень. Корень, акт, скорее это, всего, там, скорее антракт. Всего, два корня. Два корня. Да, но, даже, если да. честно, если это не помогло никак, я думаю, это похуй. Ну, в том плане, что человек же сразу не сказал. Это не помогло никак.
Ну вот, да, так что вообще у антракта. Не, ну ты, Маша, типа, просто имей в виду, что, ну. А, ты... если антракта корень антракта, что. Что, типа, мы тебе засчитали, как бы, но эта ошибка есть, поэтому ты когда спать будешь ложиться, ты подумай об этом очень хорошо. Задумайся. Миш, это не то, о чем я буду думать перед сном. Давай, ну, конечно, бля, в наручниках не думаешь, бля. Сначала людей приковывают, а только потом уже начали использовать для преступников. Сначала-то, блядь, это было для секса игрушка. Конечно же. Ну что ж, эльф. Давай, Лёх, буквально лежит в шкафчике. Давай. А ты для чего используешь? Ну а как, блядь, по-твоему? Ну, для преступников ловишь, жесть. Для чего сначала придумали? Ну, ну поехали. Это чувство такое, знаешь, когда чел вот прям ебать он крутой, ты испытываешь восхищение. Ага. Пахнет штука, ты зажигаешь и пахнет. Пахучка? Нет. Блядь. Когда свет вырубили в доме, нахуй ты зажигаешь что? Свечи. Ага. А она пахнет еще. Пахучая свеча? Блять. Ну вот пахнуть только по-другому. Запах по-другому, как еще назвать его? У этого вина, ага, ванили. Ароматная свеча. Ага, а как, нет. Аромат свечи? Ароматная, только вот какая? Какая? По-другому ароматная, скажи. По-другому ароматная, скип, блядь, просто. Понял. Штуки, с которыми черлидерши выступают, такие. Блядь, я не помню, как это называется, вообще не помню. Ладно. Козёл такой, не, извините. Отпущение? Извините, не-не-не. Решение принимает в стране. Президент. Не, депутат. Хорош. Бля, ну ароматическая свеча. Ну ты сказал ароматная, я мог использовать это слово уже, но вот, увы. Ароматическая. Добавить суффикс, ты бы сказал такой. Я такой. Смог бы ароматическую сказать? Конечно, у меня по русскому на ЦТ было 97. Ну тогда сори. Что ты думаешь, когда вот мы объясняли там причастие, вот это вот где причастие, я такой сразу, опа, сюда, бля. Это серьезно. Жги, Санечек. Сейчас мы сделаем. Че, не понял, что за реакция вообще. Я, блядь, переживаю. Кто Маниверс? Вот он... у него... Нет, ладно. Есть, короче, чел, который в море, в костюме. Он кто? Пират-капитан? Нет, он внизу моряк? Плавает. Под водой? Да. Ну, ныряет. Так, лонгист, типа. Блядь. Ну, еще вот тут тоже. Вот ты когда по стене, подлодочник. Например, ты по стене вверх, ты что делаешь? Ползу. Так, вот, и он... Ползет. Мы все ползем. Давай, Санебися, ты можешь. Играют, короче, ставят деньги там, это что? Казино. Карты. Деньги, два ствола. Нет, карты, одно слово. Предсказывают. Будущее. Предсказательные карты. Она сказала. Таро сказала нормально. Опущенный в тюряге, блядь. Ой, сука. А почему Муня-то, блядь, водолаз? Я что-то не понял. Я вот тоже сейчас не понял. Мы что-то, блядь, походу не знаем, нахуй. У него... Да Муня просто любит воду опускать. Да. Что? Он рассказывал, вы что, забыли, что ли? Что он рассказывал? Ну это кто в Телеграме есть, тот знает. А, ну понятно, опять байт эти, блядь, на подписке. До свидания, блядь, клоун. Опять, блядь. Да, Мишаня, ты Суперсуса знаешь? Суперсуса? Ну это который в этом лазит, в подземельях, да? Да, я сегодня в магазин шел, блядь, он сфоткался с ним. Серьезно, блядь? Я в Телеграме, можешь посмотреть. Да. Блядь, сука, ну, блядь, да тут хочется зайти на самом деле, блядь. Сука, это интересно, блядь. Так, ладно, все, поехали. Да, удачи. Блять, вот это, ну типа делают щечку красной ей, девочки. Пудра? Блять. Тоналка? Ну вот такое, знаешь, вот как яблочко еще бывает такое, красненькое такое, говорят оно, что вот яблочко такое. Сука, скипа, не шарю. Да ебать, ну минус один. Блять, вот есть, короче, на пятнице телеканале, блять, такой передача, блять, на хайпе, где бабы быдло, блять. Дом 2.
Да бабы быдло, блядь, становятся принцессами. Блядь, вид пацанки да понянки. Да, вот, хорошо. Святой... Отец. Да нет, вот есть Крамер, блядь, еще говорил мем с ним. Вода есть такая. Источник, источник. Хорош, блядь. На машине километры вот это... Стрелку. Хорош. Вот в борьбе, например, ты на новый левел перешел, и тебе дали новый... Ладно, окей. Вот у сварщика есть... А, пояс, пояс. У сварщика. Блять, я не знаю. Блять, пиздец. А я такой думаю, нахуй я, блять, про борьбу начал объяснять. Ёбаный в рот, блять. А, ну, источник охуенно. Святой сразу понял, Миша. Да, блять, ну с румяной пиздец. А, ну, а, не, румяные щечки подкрашивают в красный. Все правильно, да. Да, все правильно. Просто я не мог вспомнить слово. А вот купить. А, ну не, мне говорят километр, спидометр, блядь. Ну, справедливо. Вот, блядь. Тут соединительное главное. Сука, блядь. Двумя. Душнила мод он. Надо просто. Да надо было просто объяснять его. Стрелка в пол. На машине и все, блядь. Сразу понятно, нахуй. Ну шо, Лех, готов, нахуй? Поехали. Шо Сеня жмет в качалочке? На наклонной штанга. Скамье. Нет, помимо в двух руках. Блять, я забыл, как. Борцов! Блять! Блять, ты шо нахуй? Блять, гантели. Отлично. В космос. О, блять. Хорошо, игра настольная, там, где еще деньги, нахуй, такие. Монополия. Отлично. Открывают на Новый год. Что все? Подарки. Выпить, чтобы. Шампанское. Отлично. Певец еще отправлялся на Евровидение. Нет. Билан. Зовут как Балушу. Нет, как зовут Балушу? Я не помню, блядь. Серега Лазарев. Так, отлично. А и фамилия его, знаешь, кто воскрешает обычно такой еще в этом было, блядь. Сергей Некромант. Нет, в Волве был чел, который воскрешал типов. Он Лазарев сказал, что я сказал. Кто пел? Киркоров! Блять, пан. Ну тут 50 на 50 было. Купил новое CD Сереги Некроманта, разъебывает вообще на моей музыкальной станции вообще охуенно просто, блять. Я просто сказал Лазарев, ты ничего не сказал, я такой, блять. А, да? Да, он сказал. Но в Волге Лазарь был, тип, который резал. Да, типа. Так я уже не думал про Лазарева, я думал, блядь, кто же еще, если не Лазарь. Ну, Некромант, блядь. Интересно, Лазарев на Евровидение ездил-то у нас когда? Ездил же. Никогда. В смысле? В 20 каком-то году. Это эффект Манделы, блядь. Ты гуглишь? Было, говорят. Да. По-моему, очень был давно. Лазарев, да. Было. У него же этот... I'm in love with a fairy tale, по-моему, он это нет, пел. Это... Нет, рыбак. Нет, это рыбак. Это рыбак. You are the only one. А, о. А, да. 7 лет назад. Так давно ездил. Да, с крылом еще такой был тип. Вы че, нахуй? Да, было. Маша, пиздец. Да, кто это Евровидение смотрит? Это женское. Согласен. Песни какие-то там непонятные. Евровидение это же, блядь, у меня с тобой серьезный разговор планируется. А че, ты хочешь сказать, Евровидение это мужское, блядь? Я все еще, блядь, думаю о том, что Адюльтер это женское. Это женское. У нас кто-то вылетел. Саня. Саня вышел, он, походу, крестик нажал случайно. Ты случайно крестик нажал, Саня? В принципе, за Лазарем он смотрит больше женщин. Статистически. Я сейчас подойду. Статистически. Я ради. Статистически. Я слышу, я курила. Блять, еще хочется калик курить. Пизда, нахуй. Разъебало вообще. Пьяный эльф. Это как фильм, только поделенный на кусочки. Сериал. Когда мужчине письку отрезают. Обрезание. Только как животным. Кастрация, кастрировать. Ну это же не... Такая штучка, чтобы сигареты курить. Айкос. Нет, фильтр. Это прям в древности было. Ну не в древности, в старые времена была такая удобная, чтобы пальцы не воняли. Палочка. Я не знаю, как она называется. Ага. Оружие такое, как Моргенштерн, только... другое. Без палец. Без... Ну, блин, по-другому еще назови. Палец, бита. Пол это что?
Лава. Ну, ага, название. А когда тебя пугают, говорят... Лава. Страшно. Бу. Булава. Ну. На стол стелят такую... Скатерть. Да. Хорош. Лава. Когда страшно. Булава. Пол, это что? Не-не, Мишаня, это... Я могу. Чел, я не блядь, алкаш просто. Это он про SCP. Напомнил моментик. Отсылочка на видос Mask of Silence, кстати, хороший. Да я знаю, что яйца отрезают до копальца. Арсюх там не вернулся? О, это шел, да. Что это за мешание за звуки? Я не понял. Да, бля, пораньше сегодня вставал старичок так-то. Ну, старичок. Ну, кто рано встает? Надо бодрее быть. Кому бог подает. Надо что-то ёбнуть, я считаю. Да, блядь, без калика пить тяжело. Я вчера... Попроси шефчика. Так у меня, я выкинул шланг и чашки, блядь. В смысле? Новый, смысле? Новый в понедельник жду, блядь. А что со старыми? Типа, блядь, они прям вот, что вот чашки особенно, они уже прям промаслились, нахуй. Они прям в этой жиже. Ну, короче, менять уже надо прям 100%. Уже прям такой неприятное ощущение. Ну, прям ты чувствуешь любой, если ты забиваешь, сразу чувствуешь. Да, да, да. Прям такая вот старуху вот эту чувствуешь, блядь, курительную. Я думаю, я второй сейчас сделаю. Да не. Нормально все. Ух, ready? Да. Поехали. Короче, девушкам дарят на 8 марта цветы. Цветов. Букет. Цветов. Ага. Человек, когда... Вот он такой мимимишный, короче. Милый. От... Славный. Милаш. А, понял. Сука. Вот это я ошибся, блядь. Блядь. Короче, ладно. Бывает, вот смотри. Когда ты в интернете, ты... Вот у тебя пишет статус. Онлайн. Да-да-да. А когда ты ходишь, у тебя есть в универе первый, второй, третий. Курс, типа, пара? Да-да. Курс? Да-да, вместе. Онлайн-курс? Вместе. Ага. В тюрьме, который охранник, он кто? Смотрит за всеми. Надсмотрщик, такой... надзорщик. Да-да, вот очень похожее слово. Надсмотрщик, вот, типа? Да-да-да, только по-другому. Смотрящий? Нет, это еще. Надзорщик, еще. Надзорщик. Знаю, ну, блядь, по-другому ты говоришь сначала полностью правильно. Надсмотритель. Ну, блядь. Блядь, да ебаный. Машину поднимаешь, ты чем? Чем машину поднимаешь? Чтобы колесо поменять. Блядь, как он... Есть здание, есть маленький. Домкрат, сука, блядь, я забыл. Блядь, эти гриндерсы мне погибали. Гриндерсы, блядь, вообще пиздец. А у меня такой вопрос. Я, кстати, вспомнила просто то, что когда Сеня спросил, чем тачку поднимают. Давно у нас Арсений поднимает борцов в спортзале? Каждый день. Да. Ты банки видела арсеньевские? Он по одному борцу в левую, одного борца в правую. Раз-два. Ты шо? Хорош. Машина, а не человек. Давай, Лёх. Поехали. Танец такой. Хорош. Жуков убивают. Септик какой-то, да? Тараканов. Инфекция. Блять, не помню. Сука, не помню. Джонни, тащи! Ладно, забей. Огнемет! Нет, ладно. Охуенно, с мужичками по пиву выпил, погрелся. В бане. Хорош. Светит. Огромная солнце. Штука. Нет, это приспособление такое. В театре лампа. Ставят. Блять. В тюрьме тоже используется. Хуй знает. Ну. Скип. Ладно. Не скипается! Ага. Надевают мореплаватели, когда под воду уходят. Акваланг. Ага. В машине заставляет ее ездить. Мотор, двигатель. Ага. Ходить на, чтобы похудеть. Ходулю. Не, чтобы похудеть. Эллипсоид, беговая дорожка. Нет, общее, все это вместе. Кардио. Нет, все вместе. Занятия такие. Блять, фитнес. Да, дихлофос. Ну ладно. Прожектор тоже. Ладно. Нормально, что 4 хорошо. Сказал, типа, блядь! Сказал, да. Сказал. Я, кстати, не знал, что ты знаешь про прожектор Paris Hilton. Сколько мне лет, нахуй? Не, ладно, мне-то лет мало. Сколько мне лет, блядь. Ну, прожектор Paris Hilton. Я такая постарше, Митсай. Сколько? Ну да. Согласен, можно было. Как в том меме, там, где Вивер, Вайпер, Виномансер, блядь. Ну да, да. Поехали. Игра такая, Лёша в неё играл с нами сегодня. Dota 2. Мужики в неё ездят.
Еще бухают там постоянно. Рыбалка. Вот то, что ты делала, прежде чем мы сказали Рэдди. Вздыхала. Стон? Нет. У него есть фильтр. Что это? Вейп, курилка, парилка, электронная сигарета? Одна, вот она, типа, старая. Электронка. Старая. Не электронка, не электронка, обычная. Сигарета? Твое поведение, если человек оценивает, как это называется? Связано с наукой. Твое поведение как еще раз? Человек оценит твое поведение, связано с наукой, слово. Это типа люди, к таким людям еще ходят, типа... Психологи? Психология? Вот. А если оценит твое поведение, как типа... Психоаналитик? А, психосоматика, это вообще другое. Да, но... это немножко другое. Кстати, Саня же, когда Маша сказал электронная сигарета, мог засчитать сигарету? Ну слово да, было да. Слово произнесено. Нельзя, типа просто можно, можно. Типа можно? Слово произнесено, можешь сразу положить карточку. Да, конечно. Даже если оно вкупе с другими, оно уже есть, типа. А я сам себя задушил. В натуре. Психосоматика — это вроде как ты сам себя накручиваешь, да? Да, ну типа, это... Да, когда ты сам думаешь, что ты себе сам диагноз поставил и сам... Влияние твоего да. Шуруповерта в голове. Шуруповерт в голове. Так, ну все, поехали. Ну шо, Маша, шо, не так шурит. Как скажешь. А Вальфа там заработал шуруповерт после 3, блядь, стопок. Там поболее было. Там уже дрель целая. Поехали, Миша. Все, поехали. Блять, вот травят им, типа, грызунов, вроде бы. Крысиный яд. Я, возможно... Вот, типа, бегает, как маленькая, такая пи-пи-пи-пи-пи. Мышьяк. Да, хорош. Блять, ладно. Вот, блять, сосед у тебя любит ими. Хорош. Футбольные кроссовки. Бутсы. Хорош. Ну, пиздец, блядь. А, такая большая, чтобы стенки ломать ей. Как молоток, только больше. Валда. Хорош. А, не стоит когда, что у тебя? Ну, хуй не стоит. Да я понял, блядь. Как это называется? Простатит. Да нет, ну типа... А шо, блядь, вялый, блядь? Правильно сказал. Нет, ну нет, ну по-другому. Не-не. Типа, ну... Ну давай, блядь. Пиздец, да я не понимаю, ну я другого слова не знаю. Бля, ёбаный в рот. Дура, исполнительница. Веселенькая такая, девчонка. Ну дура, блядь. Импотенция и простатит — это немножко другое. Так простатит — это ссышь, когда вещи. Постоянно, блядь, не? Импотенция — это заражение непосредственно простаты, ребята, да? Тут, ну да. Какая же ты душнилая. Нет, то, что Арсений Дору не угадал, я в ахуе. Просто со мной лично сейчас, я не душный. Да, или не душный сейчас. Ты с ним в доту поиграй, охуеешь. Да не, я душу. Не, меня Эль в доте никогда не душил. Но других я душил, я-то ошибки не допускаю. Ой, хорошо, в больнице что происходит, когда тебя вот кладут на госпитализацию? Обследование. Нет, потом, после этого, вот госпитализация, и тебе надо вырезать что-то. Выписка. А, операция. Mm-hmm. У меня есть обычная, вот акустическая. Гитара. А есть, вот... Электрогитара. Включаешь комбику. Ага. Хорошо, луна — это что? Кусок земли, оторвавшийся. Нет, что для земли она чем является? Спутник. А на английском? Спутник. Да правильно, не-не-не-не-не-не. Похуй. На какое-то произведение делают обзор. Рецензия. Наруто кидают. Или в чате пускают обычно свастику. Это как называют? Так, я не видел такого никогда. Это сюрикен. Сюрикен, я сказал. Ага. Хорошо, стены чем покрывают перед тем, как обои... Шпатлевкой. Отлично. Где сирот... Нет, где просто дети рождаются... Блядь, ладно, родом. Угу. А, ну... Ну, род и рождение, я думаю, да, это да, я больше. Понял. Угу. И рецензия. Да-да-да-да. Ну, сюрикены, ну, камон, в чате пускают. Блядь. Сюрикены, да. Пускаем сюрикены. Спутник, это жестко. Сателлит. Спутник. На-на, спутник. Сателлайт. Здорово, Давага. Будет еще Legendary Tales? Когда-нибудь будет, наверное. Врываются в дом такие чувачки в черных костюмах. Сват, спецназ.
А, тебе приходят два раза в месяц. Уведомление. После зарплата. Работы. А, блин, забей. Должно слово скипать. А, Лёха, это гусь, и еще есть второе. Утка. А, у тебя машина не на бензине, а на... газе, газ. Нет, электричество, на электрике. Нет, есть вроде бы еще. А, дизель. Угу. А, футболист такой, не знаю... Пеле. Нет, вот есть, их, по-моему, их два популярных. Есть Месси, а есть второй... Роналду. Кричано Роналду. А, нет, ладно, это другой. Есть еще третий. Леонель Месси. Неймар. Мбаппе. Том Холланд. Нет. Том Холланд. Обладатель, тройной обладатель золотого мяча, нахуй. Победитель турнира кожаный мяч, блядь, Том Холланд. Ой, блядь. Он сейчас должен быть либо Челси. Джокер, я же знаю, кажется. Саня, он купил Челси? Я не знаю, владелец ли он клуба Челси. Нет, Бекхэм же это просто в принципе, он дерзнул. Сань, я скажу честно, да. Я единственный, кто усрустнул, когда ты сказал, что тебе приходят два уведомления в месяц. Спасибо, что ты говоришь. Два раза в месяц уведомления. А Лирику через сектор газа, не? Ну, простите, я... Нихуя ты, конечно, загнул. Я с тобой. Я даже не знаю, как я теперь что-то... У меня после слова лирика единственная ассоциация. Лирика души попадет прямо в сердце. Я не помню, что это за строчка и откуда она, блядь. Это русский рэп какой-то. Вот, именно. А тут было без вариантов вообще. Ладно, поехали. Поехали, Сеня. Короче, острова такие, туда все девушки хотят отдыхать. Мальдивы. Да. Окей. Когда ты поешь с друзьями, типа, под этот... Караоке? Угу. В море ходит такой, как корабль, только другое, типа, транспортное... Средство, типа, транспортный, ну, да, да. Круиз. Хорошо. Вот знаю. Ты когда нарушил закон, тебя туда ведут полиция, и там тебя мужик стучит молотком. Участок, и говорит... А, суд, судно. Угу. Такие длинные носки. Гетры? Угу. Когда на Формуле 1 машина заезжает колеса поменять. А пит-стоп. Вот ты любишь курить его. Кальян. Nice. Когда тебе дали в бороду, это что? Удар. Ну, вот и в общем, вдвоем. Драка. Да? Ага. Личный... Транспорт. Не-не, пишешь в нем. Дневник. Поле. Ага. А все, слова закончились. Слова закончились. Жестко, блядь. Найс. Жестко. А что за Галь Капот? Это типа как Галь Гадот, только какая-то... Это как, ну, типа живописька, блядь, видимо. Галь Гадот только на машине? Да, Галь Гадот только через это. Через часть машины. Ну, выиграли, что, получается, выиграли. Да, блядь. Получается, выиграли. Ну, это потому что слова кончились, типа. Пиздец. А я сейчас жму, думаю, блядь, чё? No more words. А чё, мы можем нажать разве? А no more words. Не, no more words, всё, слова кончились, да. Все слова доиграли. Я сейчас подойду. Будем считать, что третьи победили. Надо по аниме, да, по чё, Арсений? Да я не против. Пошел. А вот там легенда о банке. О, на которую ты вот смотришь сейчас, да? Нормально тебе будет. Ну там, блядь, тут всего, сука, слов, ну, может, 60-70. Не, ну смотрите, у нас тут все аниме смотрят, кроме Миши Графона, так-то. Но я вот зашел аниме изи, и здесь, блядь... Нихуя не изи, Данганронпа, блядь. Данганронпа, хуйня. Так, дальше. Ну тут пиздец. Дай посмотрю, не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту. Это изи у них? Это изи, да. Какая же хуйня в изи, боже, блядь. Розовая пора моей школьной жизни сплошной. Не, ну это имба, это имба. Рома на БКДС, привет. Нет, это имба. С прошедшим, мэн. Блядь, а Blood Plus есть? Вот есть просто аниме. Да, есть Blood Plus. Да давай аниме, блядь, это будет смешно. Это будет смешно. Да давай похуй. Гарри Поттер, это знать надо. Мы же сами не отгадаем, блядь. Да, Поттер играли, пиздец весело было. Такой чисто ластовенький пачок сыграть. А потом Codenames, а? Ну не, я потом отдыхать пойду, у меня что, башка уже... Подвое? Башка уже нахуй плавится, блядь. Давайте, может, Поттера. Давайте Поттера, да. Давай Поттера. Заходи, Мишаня, сейчас свапнем. Угу. И теперь давай это. Ой! Ой-о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 й-
Давай. Ну, Сеня, я постараюсь. У тебя Маша, блин, знает половину меньше тебя, наверное. Но это очень много. Она примерно как ты смотрела по количеству. Вот именно. Как я, то есть это нихуя, типа? Не, ну, у вас там Джокер и Эльфик. Или ты хотел, чтобы я, Мишаня и Маша в одной? Я просто с Эльфиком хотел, он явно большой смотрел. Понятно. Вот так вот, Миш. Поехали. Нормально, нет, похуй. Я с вами, я с вами все сделаю, ребята. Миш, вы охуеете. Давай, давай, Миш, давай, не надо с нами все делать. Я сделаю с вами все. Я горд, что в этом паке я буду сосать. Ну что, Миша, надо, чтобы мы в прошлом не сосали. Да, факты. Две победы за сегодня есть, ребята, уже можно и отдохнуть, блядь. Нормально, разъебете, все разъебете. Блять, там же, а как там название объяснить, если они ебнутые? Ну вот объясняй. Мы не ебнутые! Не, не вы. Ладно. Поехали. Лучше! Симон! Братан! Блять, а как оно... Саймон. Блять, а как оно называется-то, блять? Бур ебучий, бур ебающий небеса, блять. Как оно называется-то? Гуррен Лаганн, блять, во. Да, хорош. Пиздец, блять. Я Dead Inside. Шихит, ага. Маша, ты куда ходишь? Каждый день. Не на работу. На работу. Ага. Смайл, свит. Садистик, что-то там. Ага, ага, вот это первое слово. А когда... Да подожди, ты уже сказала слово. Какое? Садистик. Ага, хорошо. И когда ты накладываешь очень много всего, и вместе ты это ложкой, что делаешь ложкой? Мешаешь. Что получается в итоге? Получается что в итоге? Садистик-мешатель. Садист Мишанина? Садист Миша, блять. Ну, все вместе, вот это вот. Что? Блять, садистская смесь. Садист Миша. Первыми тремя повезло. Повезло, повезло, пиздец, повезло, согласен. Ну что, ребята, Саня? Ух, блять. Ну, поехали. Похуй. Не, реально, у меня уже башка плавится, уже тяжко, тяжко, блядь, думать нахуй. Что обычно ты чувствуешь? Вкус. А, хорошо. Первая половина все силы нахуй выжрала. Смолость. Отлично. А, вот есть 6, что больше? 7. 5. А, боец Японии, как называется? Сумо, самурай, 7 самурай, 7 самураев. Отлично. А, хорошо, когда частоты резон... Блядь. А, Эдвард Элрик и это аниме называется? Стальной алхимик, братство. Отлично. Хуй знает. Хорошо. На любви, как на войне, Саня? Как у СМА. Ага. Хорошо. Такое аниме, которое сейчас типа форсится, такое, блядь, про альбушку пиздец, старое. Нет. Как будет... хорошо, стоп. В Галилео что производили, делали? Фокусы. Рубрика Фабрика... Эксперимент. Эксперимент онлайн. А, бля, да ебать, стык, я форсил 10 лет назад, блядь. Да ее сейчас форсят альтушек этих ебаных, блядь. Мне так понравилось, как Эльф объясняет через персонажа, судя по всему. И такой, ну, название аниме, и Сеня просто... Ну, Саня, ты понял, я сдал, что не Саня понял, это пиздец вообще. Эдвард Делрик. Да там все понятно было, на самом деле. Это что, мне? Частоты, господи, вот, я такой думаю, блядь, частоты одинаковые, надо было сказать, а не... Да, разваливать пора. Давай, Мария. Эльф, не переживай, мы никогда не ответили все равно. Нормально, Сига. Это дом на ножках. Длинное аниме. В смысле длинное аниме? Как фильм, Ходячий замок, типа? А, ходячий, да. По-моему, это название сериала «Из ничего». Раша. Вот нужно первое. Дайте, короче, в батле, в рэп-батле, когда говорят, дайте что? Шума, шум из ничего. Шум из ничего. Ну вот, Шумиха. Блин, это про... Не знаю, господи ты, боже мой. А в принципе, похуй. Женщина есть, а вот поменьше это кто? Девушка. Девочка. И она с такой... Она колдунья, только по-другому. Девочка-ведьма? Нет. Девочка-чародейка. Девочка-волшебница? Ага, а как девочку-волшебницу зовут? Ага. Ебать, хорош. Есть вот, давай наоборот.
Стар, что? Стар, слышь, наоборот. Лёха, что Миха это бакано? Бакана, да. Понял. Ну что, сейчас мы, блядь, на вас посмотрим, нахуй. Давай, Саня, Саня, ебём. Да, ребят, я не анимешник, я вам говорю. Да, конечно, блядь. Аниме про девочку, которая попала в другой мир. Иная? И захотела, короче, бумагу делать. Чего нахуй? Я, наверное, понимаю. Нет. Музыкальный инструмент там, где находятся волки. Где живут волки? В скрипке в лесу. Арфа в лесу. Типа пианино, по-другому. Фортепиано в лесу. Еще. Рояль. Рояль в лесу. Грустное аниме очень, как объяснить. Хаяо Миядзаки про девку, которая на метле. Это на службе доставки? Правильно. Знакомиться с тобой кто, если он наверху? Бог? Всё, очень приятно. Знакомиться Мишаня, с тобой. Смотри, можешь попробовать объяснить одно слово. Я буду объяснять словами вам, блядь. У меня выбора нет. Если я не знаю аниме, а я, блядь, скорее всего, его не буду знать, блядь, то да. Бля, Сань, очень грустное аниме, да хуя такого. Честно. Спасибо за спойлер, Сань. Я вот как раз хотел почитать. Это драма, там же что за спойлер. Ой, так, ну все, поехали, ребятки. Это вот Хаяо Миядзаки, самая популярная работа, где Тихиро у нее. Унесенный признак. Ага. Вот смотрите, бог что нас сделал? Людьми. Вот, это хорошо, только создал вот... Создал как... любезни. Блядь, лучший нахуй. Это лысый, блядь, всех ебашит. Ну, Ван Панч. Ага. Это... вот есть агент Джей в «Люди в черном», а есть... Агент Кей. Вот, Project хорошо. Вот, это вот, это первая Project часть. K. И второе, вот это, где накачанные такие, блядь... Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Джо-джо. Вот, и вот сложи. Первое и второе. Кейджо? Да, отлично. Так, смотри, вот есть как у нас такие русские народные... Сказки. Вот, и только такое, более такое изъебистое слово, вот от, как от этого. Сказание. И вот... Берсерии, Зестерии. Хорош, блядь, лучший. Есть, смотри, вот, типа, есть такой внезапная невеста, блядь, короче, только рядом. Что? Блядь. Ого. Сказание Зестерии. Кейджо. Это хотя бы то, давай, блядь. Мишаня, лучший. Анимешник, блядь, сори. Главный анимешник. Ой, бля. Ой, блядь. Давай, Сеня. Действительно, ой, блядь. Сейчас там атака-тита. Короче, смотрите, у тебя есть... Когда джина встречаешь, у тебя есть три чего. Лампа. Желание, желание. Да-да-да, это первое слово. А второе, это такой как ублюдок, только по-другому. Хорошо. Подонок? Да-да-да. Желание подонка? Да. Вот ты говорила про аниме, да, что там Лина оттуда, а теперь то аниме... Флэйрс. Не, по-другому, которое новое. Новое. Дота 2 Кровь Дракона. Новое аниме, блядь, про эти... Аркейн. Аркейн, Лига. Забудьте про Доту, блядь. Про что? Есть дьявол, есть... Да, убить. Ангел. Демон Слэйр. Хорош, Сань. Короче, смотрите, есть... Светлее светлого, а наоборот... Темнее черного. Темнее черного. Хорошо, есть такой счастливый, как, знаете, растение, четырехлистный... Клевер. Клевер. А он не белый, а он... Черный клевер. Черный клевер. Такая, сука, спутник Земли, девочка, блядь, трансформируется. Ну, девочка, боевой она... Спутник, боевой ангел Сатурн. Поёт, блядь. Да, блядь. Сатурн, чё? Боевой спутник Луна. Взрослый боевой спутник Луна, как будто бы нормальное название. Ну, звучит как название аниме, понимаешь? Да, да. Опа, боевой спутник Луна, блядь. Я не знаю, какое. Буду пытаться по словам вам объяснять, наверное. Поехали. Давай. Крупности, наоборот. Малости. Мелкости. Маша, почти правильно. Еще мелочь, раз. Мелкость. Ага. Мелочь. Смерть, наоборот. Мелочь, жизнь. Мелкость жизни, мелочь жизни. Жизненные мелочи. Ну да, первое слово в множественном числе. Жизни и мелочи. Наоборот. Мелочные жизни. Блять, ну... Ладно.
человек, который очень крут в какой-то своей работе, он... Профессионал. Профессионал. По-другому еще. Профи. Делает, профи. И Маргарита. Специалист. И Маргарита. Коктейль? Профирита. Да, блядь, ну, и Маргарита, нахуй. Мастер. Ага, хорошо. И как зовут графона? Мастер Михаил. Ага, только и первую замени на... как сова кричит. Мастер Муша. Мастер Муша. Хорош. Вор французский. Ага. Ладно. Бля, мастер Муша хорош, хорош. Саня, а ты бы отгадал, если бы там типа доктор, который с зубочисткой... Да, я смотрел, мне понравится это аниме. Хорош, хорош. Ну, поехали. Читай Алькор вообще никак анимешник загадывает. Два слова всего лишь отгадали. Факты, факты. Саня, Саня, Саня. Поехали, парни. Наруто, только его сын? Баруто. Баруто. Отлично. Хорошо, аниме от Гуррен Лаганн, только следующее, там, где у нее типа еще одежда превращалась. Рюко... Я понял, да, Kill la Kill. Да. Хорошо, аниме от Овы Хелсинга, у них-то еще спирали в глазах были. Там типа старые герои в одном, типа, они как ходят, Sailor Moon, они ходят, бля. Типа. Хорошо, а что в машина входит, когда поворачивает резко? Во что? Наоборот. Нет, когда, прям, занос, типа, занос. Гонки, когда, типа, вот, дрифт. Отлично, второе, Сеня, и они, вот ты сказал было. Дрифт, да, и на русском. Дрифтующий. Саня. Похуй. Хуй знает, что это. Хорошо. Хорошо, про, короче, фиолетовое волосовое в новом времени, типа, в будущем. У нее, короче, она еще... Привидение по-другому? Блядь. Ну, дрифтующих приветствую, остальным соболезную, блядь, все, что могу сказать. Дрифтеры, это было сильно, да. Дрифтанчики, или как там Сеня сказал? Дрифтеры. Дрифтующие. Я первую серию только смотрел. Если бы ты, кстати, просто пытался дальше объяснить, то ну, мы бы заработали больше, чем, блядь, то, что ты 5 тысяч скипнул. А как я тебе объясню? Вот, может, я встречусь в подземелье, типа. Но на самом деле оно называется по-другому, типа. Это вообще пиздец. Данмачи ты бы Данмачи сказал. Данмачи оно называется. Ну, охуеть, да. Блядь. Я бы сказал, ебать, ну, Данмачи, ребят, давайте. А только это получается, типа, ты бы... Ну... Тебе... Но призрак доспехи... Объясняй я... героев. А вы бы... Саня, ты Оригу знаешь? Нет. Я призрак доспехов. Если бы было чуть больше времени, я бы тебе сказал. Сказал бы, со Скарлетт Йоханссон есть на аниме. Да, съем, да и все, бы, опа. Ну я про фиолетовую волосую сразу в будущем, типа, подумал. У нее разве фиолетовые волосы? Да. Я не помню, как ее зовут только. Так ее, она же как капитан, адмирал там какая-то, блять, как там ее? Звание какое-то у нее. Майор. Майор, похоже, о, блядь, на точно. Одни, вот майор, это нахуй, надо было сказать, наверное. Мишай? А я не нажал Ready, блядь, сейчас, секунду. Ты нажал и снял потом. Ой, ладно, поехали. Есть животное, наоборот, кто? Человек. Люди, человек. Есть ангел, есть... Демон. Демон. Человек-демон. Вот прям еще... Такой, хозяин их. Сатана. Люцифер. Ну, вот, а по-другому как он? Дьявол. Ага. И вот когда Миртл, какой у нее прозвище из Гарри Поттера? Devil May Cry Baby. Ну даже дьявол может плакать. Даже дьявол может плакать, что-то такое. Дьявол может плакать. Три слова. Devil May Cry? Нет, то, что животное наоборот, то, что ангел наоборот, и потом вот это. А я не помню, как оно на русском, но Devil May. Человек-дьявол плачет, блядь, я хуй знает. О, вот, ладно. Оно. Чувак убивает кровопийц. Ван Хельсинг. Хельсинг. Нет. У него имя из двух букв. Анимешники, блядь. Я еще не понял. Охотник на вампира, блядь. Vampire Hunter D, ребята. Vampire Hunter D. А Ninja Devil Man Cry Baby. Это Леша анимешник там главный? Да, Леша. Леша, сегодня вечером исправляешься. Буду смотреть аниме целый день. Давай, Саня. Надо их обгонять, ребят, что-то поехали. Вообще. Поехали, изи. Совсем. Так, готов. Аниме про... Есть демонские, а есть... Ангельские ритмы. Сеня смотрел про призрака, который секайнулся скелета. Оверлорд, повелитель.
По-по-по-по. Вы такое, наверное, я не смотрел. Ну, скип, если не знаешь. Есть синее, только наоборот. Красный. Хабукер на месте. И у гонки, прежде чем старт, рисуют. Redline аниме. По-русски скажи. Красная линия. Ладно. Эльф, про чела, викинга, как аниме? А, блять, сука, Винланд Сага. Челы играют, в кольцо мяч кидают сверху. Ну, типа, баскетбол, кольцо мяч. Хорош. Да. Не, ну Саня, по тему наоборот можно было, конечно, и объяснить. Я не знаю, что это такое. Да хуй знает. Фильм полнометражный. А, все, понятно. Короче, я с озерами, походу, сижу. Так я же сказал, что я не Я сказал, что я не анимешник, чего вы душите? Хорошо. Я не анимешник, блядь, объясняю все по героям, нахуй. Там, о, этот герой, о, этот тут умер, блядь, этот там ожил, нахуй. Ага, расскажешь, блядь. Бля, про призрака? Причем там ему РПГ переселился в новый этот. Я сказал скелет. Это у меня проблема. Скелет, да. Я подумал про паладина, блять, из этого, нахуй. Издалека? Да, да, вот это вот. О, нихуя ты, Арсений, анимешь. Ой, блять, Лёха, Арсений у тебя пшикает. А это не Лёха? А по-моему, Лёха. А, не, Арсений. У меня микрофон именно фонит? Пердит. Да, пшикает. Да. У тебя кошка провод трогает. Почему Джокер так точно знает, что происходит? Камеры поставил. Не, а что может еще происходить? Только ось. О, что, все, поехали, анимешники? Давай. Подождите, так лучше? Это аниме про чела, который влюбился в свою училку, вроде бы, блять, от Макото Синкая. Сад изящных голосов. Лучший. Блять, ну, ладно. Это вот отец Боруто, блять. Наруто. Смотрите, есть средневековье такие щитом и мечом. Кто они? Вот простое слово. Рыцари. И, вот, и еще. Вот, и второе слово это вот герои меча и. Магии. И магии. Вот. Рыцарь магии. Вот, ну вот, два слова эти. Магический рыцарь? Ну вот, нет, вот типа скажите просто их. Вот просто. Рыцари магии. Да, вот. Это классное аниме. Это вот есть, короче, мы учились там все. Первый, 11 класс. Школа, вот, тюрьма. Вот, да, хорош. Школу. Так, это вот есть первый, а есть противоположность. Второй. Последний. Нет, да, вот. А. И... Последний. И есть такая желтая такая порода, типа желтая в Майнкрафте, желтая из нее, она горит еще. Опа! Блять, ладно. А, последний Серафим, блять. Жопа! Жопа, блять. Да, хорошее аниме, сад изящных голосов. Пиздец! Это минус. Это минус. У меня переплелось немного в голове, простите, ребята. Хопа, нахуй, сад изящных слов. Ну привет, блять. Не, как бы то, что я смотрел-то, я помню, блядь. Если б Миша чуть-чуть подождал, я бы исправился, но он уже нажал, поэтому... Да ты начал говорить сад изящных, я думал, ты скажешь слов, да, я сказал голосов, а потом такой, блядь, слов же, и ты уже нажал, такой, блядь, ладно. Арсик, ты вылетел? Да, у меня лагает почему-то. Я перезашел, но, походу, не перезашел, ладно. А, у нас время пошло! Таймер пошел! Блядь. И на паузу хост. Кто хост ставит? Арсений не хост. Давайте скимнем просто. Вот сейчас минуту подождем. Подождите, все нормально. Давай. И замутился нахуй, блядь. Человек, вот знаете, когда... Ну, я лоу IQ, и говорят, что он особо... Одаренный. Глупый. Ага. Такой про свиней от... Короче, от этого, от Миядзаки. Конособа? Миядзаки, блядь, про свиней. Ну ничего, на призраки. Да не. Бля, ладно, может быть, не про свиней. Нет, только рост. Пролётчик. Короче, вот советский, это что? Советский? Солдат. Нет. Отряд? Много стран в нем. Советский? Союз. Хорошо, это первое слово. Второе, это, короче, у птицы что есть? Она машет. Крылья. Ага, союз, а они не черные, крылатый, а союз. Чуть-чуть светлее. Крылатый серый союз. Белый союз крыльев? Серо-крылатый союз. Серокрылых. Бля, ну я считаю, нам надо дать еще один раз. Ну, вам 20 секунд, вам типа минус. Ну, давайте серо хотя бы союз. Давай, сколько секунд, не будем говорить и все. Сказал, ладно. Да не, да пускай один добавится, похуй. Да я просто. Сука, вот это вылетело вовремя, пиздец. Да нормально.
Ты еще замутился потом, блядь? Да, да. Я хотел, типа, сделать full screen, а нажал, короче, на кнопку мута. Я сижу, объясняю, блядь. Ой, бля, ну, поехали. Маша, музыка. Кими дайо, кими нан дайо. Твоя апрельская ложь. Хорош. Ты не знаешь. 100 минус 8. 92. Ага, и еще минус. Блять. Чуть-чуть 8. Меньше. Чуть-чуть меньше. Вот так вот. 91. Ага. И ночь наоборот. 91 день. Ага. Газманова как зовут? Олег. Олег. Блять, это не он. Никулина как зовут? Игорь. Гагарина как зовут? Юрий. Ага. И катаются. Юрий на льду. Ага. Эш, наконец поймал покемоны. Ага. Угу. Синкай, скорость падения листьев сакуры. 5 сантиметров в секунду. Ты проходишь Dragon? Бол. А, догму. Нет, Dragon Quest. Бля, ну тебе один день жестко. Я бы через сюжет или песню объяснял бы. Да, мы же сразу поняли бы нахуй. Сюжет и песню. Ну, красавцы. Никитос там, блядь, сидит с членом в руке такой, бля, я бы так объяснил, бля. О, да, как бы я тут за аниме слышал. Боже, как бы сейчас мне вот эти слова. Бля, Калик. Вы красавцы, нахуй. Лучшие, просто лучшие. Ну что, командочка. Сеня, ты не в муте, я надеюсь. Не-не-не. Все, поехали. Блять, телепузики. Тинки-винки, ля-ля-по. Там, короче... хорошо. Группа такая, которая... Блять, похуй, ладно, похуй. Сука, тяжело. А, ебать, пизда. Что нахуй? Хорошо. Бля, хороший аниме скипач. Put your hands up, сасынайни. Та-да-да-да-да. Там после смерти приходи... Блядь, да, я тебе сказал. Да. Хорошо, кто во главе стоит? Кому поклоняются? Бог. Бог. Так, отлично. Кто врет? Вранье по-другому. Ложь. По-другому. Божественная ложь. У Арии песня. Та-да-да-да-да-да. Ну, по-другому, ну, камон. Божественная рапсодия? Нет. Похуй. Что нахуй такое? Сеня, ты смотрел обувь? Ладно. Так сколько вы ему заплатили, ребят? Бля, просто мог сказать, Локи, кто такой, блядь, бог обмана, нахуй. Та-та-та-та, ох, у меня лио, о, та-та-та, блядь, что ты сидит там, нахуй, нагоняй. Ария, песня Ари, ребята. Я надеюсь, что в чате кто-то ведет список, сколько главный анимешник вообще, блядь, слов, блядь, правильно рассказал. За три раунда, блядь, интересно. Сука, блядь. Сильно, блядь. Не помню, как вам объяснить, вот Клонат, Легенда о Гранд Кресте. Да все, все очевидно, ну вот Легенда о Гранд Кресте, ладно, хуйня какая-то. Старик, лучше объяснить 1-2, чем 0, ну просто ты слишком да как тебе объясню вот, блядь, эту хуйню? Согласен, полная хуйня, это аниме. Вообще залупа полная. Ну как, вот вранье, как по-другому? Ну типа, блядь, ну сложно. Ну обман, вранье. Так я-то скажу. Ну давай, поехали. Ой. Это про Карпов. И длинное аниме, девочка на Карпов смотрит в воде, блядь. А, блядь, вылетело из головы, я понимаю. Рыбка Поньо. Поньо. Там еще есть... На утёсе что-то такое. На утёсе. Ага. Вот, блядь, вот это не объяснишь, эльф. А, хорошо, есть собака, есть кто? Кошка. Другое животное. А, коротко, мужского кот. Рода. Кот. А, у человека вокруг него мистическая такая, типа, есть... аура. Светится. Дух. Ага. Ага. Лёх, тебе ничего не говорит? Вот, аура живот... и кот? Да, наоборот, только их поставь местами. Аура кота... Кот аура? Ага. И теперь ничего тебе не говорит? Ничего? Нет? Нет? Я не понимаю, на что ты намекаешь. Катаура, типа, катаура и госи там. Катаура, да. Катаури гото. Ну, нет, вообще...
Нормально, нормально, пацаны, нормально, нормально. Они сильно оторвались, как бы. Бля, Маша, и ты вот нет игры, нет жизни объяснила бы изи вообще. Вообще, ничего. Любимая сцена на аниме до атаки титана, так сказать. На 6. Я знаю, какое. Ну, а no game, no life. Нет. Это не мое любимое аниме. У него про девочек посетенность. Нихуя. Который на гитаре играет. Он типа рядом, но No Game No Life сегодня постоянно говорит, типа, блин. Никогда вообще про него не говорил. Ни разу про Кион постоянно говорил. Это Мандела, пацаны. Что, вы готовы? Да. Это реально эффект Мандела. Погнали, ребят. Поехали, сами. Аниме про мальчика от создателей Ван Панчмана. Моб Психо, что? Давайте, черный. Белый. Лотос. Сундук. Там, вот вы открываете, у вас в столе. Шкаф? Ящик. Белый столе. Ящик. Ага, ящик. Так. Ты что слышишь? Музыку. Звук. Вот, Сеня правильно сказал. И есть наверху что? Звук неба. Звук не космоса, звук звезд. Да, звук... ты правильно сказал. Звук неба, только небесный второй, звук. Только второе, да. Вот как Эльфин Лид сказал. Звук музыки на небе? Ладно, вы сказали, короче, похуй. Да, это... не. Нихуя. Короче, битва экстрасенсов, аниме, знаете? Они живут вот там, и их много. Как они? Мироники. И тут выходит Руза. Магическая битва, что ли? А, нет, ну ладно, блядь. Они же там тоже экстрасенсы, блядь. Ну, Арсений сказал звук неба. Мы сказали же белый ящик. Не, ну небес и небо это разное, я бы сказал. Да, звуки небес, да, типа что-то жидкое. Это жидко, как жидко, вот это слов и голосов, типа, это ж... Да, похоже, ну да. Но не то. Блять, а как небес тогда объяснить? Ну, умирают, люди отправляются на небеса. Через песню этого Мармеладзе? Блять, там... Что за хуйня нам попадается? Ой, ладно, анимешники, поехали. Это вот про мехов, блять, самое популярное аниме. Ну, Гуррен Лаган. Да какое, блядь? А, Евангелион, я понял. Евангелион. Это вот это типа, есть Дура, которая исполнительница. Дора. И вот это продолжайте Дора, слово. Хидора. Во, хорош, блядь. Угу. Это вот как типа, мы, типа, у меня есть девушка, и мы с ней, типа, как пара. Есть один. Пара. Вот, и есть, и вот перед ним вот это вот слово, типа, как няшка, типа, я не знаю, или что это означает. Или мне котик. Копара. Во, хорош, блядь. Ох, ёбаный в рот мне, ладно. Есть вот типа, есть американский с этим фильм, с мем еще, мем вот, американский... Психопат. Вот, и... Психопаспорт. Это, хорош, блять. Блять, сладкая такая плитка есть. Шоколад. Вот, и второй, это который ебашит из стрелы, чтобы влюблялись люди. Шоколад Купидон. Хорош. И на, в пизду. Дети на склоне, ребята, отвечайте. Неко — это кошка по-японски. Так он же сказал. Ну, я сказал, на копара. А не няшка. Нет, Миша сказал, не то няшка, не то кошка. Я в курсе. А я думал, няшка, что неко, неко, неко и няшка. Ну, похуй вообще, блядь. Пять слов так-то с сити анимешники, блядь. Да, Миша разъёбывает сильнее анимешников вот этих вот. Сити, блядь, полетят нахуй. Погоди, Артём, кто вылетел опять? Да, у меня вылетали. Он уже здесь. Ну, сейчас попробуем. У нас в команде по одному анимешнику, так что чё пиздеть? Вроде, но у вас два анимешника в команде. Факты, Миша и Саня. Сань, ты поставил решение? Поставил. Ну, с богом. Короче, смотрите, когда ты кричишь в там шахту лифта, и тебе что отдаётся? Эхо. Эхо. Да. Эхо террора. Ага. Короче, пишешь на листке имя, человек умирает. Тетрадь смерти. Тетрадь смерти. Короче, смотрите, есть жена, а до жены она кто еще? Она типа не девушка? Невеста. Она же... Невеста. Ага. Невеста чародея. Угу. Короче, смотрите, вот летом родители вас отправляли, типа как... Каникулы. На дачу. Хорошо, есть еще конц. Продолжение. Лагерь. Лагерь. Ага. Хорошо, это первое слово. Лагерь. Вот улица, там ты дышишь цветами. Воздухом. Да, да, это последнее слово. А перед этим еще какой воздух, блядь. Ты говорил это в прошлый раз тоже про ёбнутого чела, ты еще цифру говорил в конце. То же самое аниме. Цифру в конце говорил. Давай по-другому это что-нибудь. Хорошо, есть больница, где люди, у людей шиза. Это кто они? Психопаз. Да, да, первое. Ну, это второе слово. Психо. Психо 100. Моб психо 100. Да.
поет песни, это такой детский мультик, блядь. Карпсаман. Блядь. Джокер, невеста сразу понял, что чародея, Эхо сразу понял, что террора, блядь. Сидит, пиздит, да я вообще... Это все очень просто было вот сейчас. Не, сука, если бы я сказал воздух, я объяснил. Я за то, что Джокер пиздит, что он аниме не смотрит. Нет, я смотрю аниме, но я не анимешник. Это все было просто. Да, смысл? А анимешник это кто, блядь, по-твоему? Это кто плакаты покупает? Фиг. У меня нет плаката, Саня, это тип... Атаку называется. Это атаку, да, возможно. Вот нет, даже нет, атаку это еще более такой повернутый. Нет, не согласен. Миш, пойдем пиво попьем. Анимешники это люди, кто любит аниме, прям и только аниме смотрит. Не, анимешники это, которые долбоебы в чате пишут. Вот это вот хуйня, вот это мое заебись, мне нравится, я его люблю, оно топ-100, блядь. Лех, медовуху купил, приезжай в гости. Погоди, она еще не приехала. Я ее поеду забирать. Нет, ну просто вы сидите про свое аниме пиздите, нам же с Мишей тоже надо о чем-то пообщаться. Ну а Мишаня, медовушка тебя будет ждать, брат. Это хорошенькая, хорошо. Вкусненькая, бля. Стак медовухи, понял? 64 бутылки. Ты Мьялмера заказал, Лёх, типа? Да. Жестко. Оставь, Лёх! По 120 рублей по итогу. Бля, охуенно. Не, бесплатно, ребята, не слушайте ее. Я шучу. Так, поехали. Давай. Там Данте был, Мишаня. Игра. Devil May Cry. Ага. Когда день прошел, и ты смотришь красивый такой... Закат. Ночь. Ага. Это первое слово. И второе слово — это вот все люди вместе. Закат человечества. Ага. Пиздец. Ладно, похуй. Когда на допросе ты даешь чистосердечное... Признание. А если их много? Признание. Ага. Реви, балалайка. Вам о чем-то это говорит? Нет. Джек Воробей, он кто? Пират. Капитан. Ага. А, это One Piece. Не-не-не. Дальше белая, антоним. Черная. Ага, вот. Пираты Черной Лагуны. Хорош. Хорош. Идти только по воздуху. Лететь. Ага, летать. И волшебница? Летать ведьмы. Я бы Black Lagoon через песню нахуй объяснял бы. Ну это хорошо. Через песню объяснить можно. Да, к сожалению. Эль, мы поняли, что ты попеть любишь. Да, я люблю. Хоть там Эльф, блядь, в цепях уже сидит, в смирительной рубашке. Дайте, блядь! Он там уже аниме опенинги себе ебанул. В наушниках сидит. Ура! Ребята, поехали. Ёбаный в рот. Нет, пизду. Хорошо, что Дани недавно на аукционе заголосовали? Хорошо, после двух что идет? Три. Игра старая про вестерн. Вестерн старый. Прям три буквы в нем. Оружие. На английском. Триган. Ага. Лучшее аниме, блять, про байкера, который стал преподавать в школе. Твой учитель Нидзука. База. Отлично. Хорошо. Тот, кто очень... у него один из смертных грехов, который кто очень любит покушать. И того, кто сверху. Он очень любит покушать того, кто сверху, кому поклоняются. Я понял. Да! Хорош! Хорошо. Скип. Хорошо, это прием из ММА, который, блять, кого нахуй? Добрый антоним? Злой. Злой бэкфист. А не. А дропкик, блять, злой. Что это за аниме, блять? Скучный мир. Дропкик злого духа, я ебал, блять. В смысле, эльф? Это база, это SOX. Ты что? А оружие, перевод можно было использовать? Но оружие это weapon, поэтому это не ган. Ну пушка типа ган. Ну... Да, пушка ган, а оружие это weapon, так что нормально. Да блядь, чё вы душите? Да, чё душить этих не анимешников? Слева вот базовые слишком. Анимешники сидят, базированные. Как я вам объясню, триган еще иначе, блядь. Да ты на самом деле, я уже говорил, чел в красном костюме, блядь, блондинчик с такой колотой, блядь, причёсочкой. Ну вэш темпест, скажи и все. На 2x2 показывай. Саня ну, поймет. Ебать. Или не поймет. Давай, Маша, поехали. Разваливаем. Птичка такая долбит дерево. Дятел. Ага. И он открыл фирму, которая расследует преступления. Дятел-детектив? Дятел-детектив?
Ну вот, вот почти, да, только как это, как эта компания называется? Ну не прям название, детективное агентство? А общество... Ага, кого? Дятла. Дятла? Что? Рок-группа такая есть, русская, старая. Ария. Вот есть король, ага. Красный, только более глубокий. Бордовый, бордовая ария. Нет, нет, нет. Ладно, пока забудьте это слово. Есть третье слово здесь еще. Из пистолета вылетает. Пуля. Я понял о чем-то, но я не помню название, сори. Ария, кровавая, бордовая. Алая пуля, алая пуля. Ага, а девочка, девочка Луна преображается. Найс. Nice. Ты сказал Луна. Ё-моё. А, да, ты сказала окей, Луна. Девочка Луна, да. Очень Sorry. Жаль. Бля, вот бы сейчас был Detroit Metal City. Скажите, что это французские. Ну, Detroit Metal это база. Поехал, давай. Поехали. Аниме про девочку, которая в школе всех убивала, типа... Вероника? Про жених тут еще. Похуй. Ну, я подумал, такое сказать. Есть, короче, охотник на вампиров, помните? Фильм? Да, Vampire Hunter D, да. Дегрейман? Нет, фильм с... Фильм, мультик, блядь, не аниме. Как его звали, персонажа, который на вампиров охотился? Он сам был вампиром. Ван Хельсинг. Алугард? Да не мультик, не Blade, аниме, а фильм. Blade. Да, вот. И когда ты кого-то в боксе вот кулаком делаешь, ты что делаешь? Blade Punch. Kick. Blade удар. Нет. Три буквы. Нокаут. Вот. Kick. И все говорят, kick. Blade его kick. Вот. Его. Понял? Стоит толпа такая, его. И вот это три буквы слова. Я в его. Это Blade. Бей, пацаны. Бей-бей! Блядь, только нахуй в голову пришло. Бейблейд, блядь. Да лучше бы ты сказал аниме, нахуй, где Юлу раскачивают, и там пиздец появляются охуевшие типы. Но Мишаня, ты, конечно... Это вообще... Бля, я честно, я сказал хуйню, блядь, а это... Ну, Блейд, бей, блядь, и... А тебе это подсказало, Никитос, что ли? Нет, да. нет, я вспомнил просто... Бейблейд, блядь. Я вспомнил эту хуйню с юлами раскручиваемся. У меня в детстве эта хуйня на уровне с покемонами показывалась, чтобы никто не смотрел, все смотрели покемонов, если не смотрели. Я смотрел и Бейблейд, блядь. У меня до сих пор в памяти, типа, серия, где там дровосек охуенно точно, типа, ебашил, а там вот Бейблейд, один из главного героя, хуёво кромсал, типа, полено. Вот это у меня в памяти до сих пор. Это было лет 16 назад. Так, ну все, двигаемся, ребята. Есть вот такой, знаете, когда у человека происходит то, что произошло, ему говорят, это твоя... Карма, судьба. Да. Потом есть вот, типа, Хитман, это кто? Убийца, ну, наемник. Убийца, киллер, наемник. Вот, да, вот первое слово правильно сказали, ну вот, которое... Убийца? Убийца. Да. И второе... Убийца Акамы? Да, убийца нормально. Ну, до свидания, блядь. Есть вот такая вот, типа, ну, вот мы что делаем... Вот есть компьютерные... Играем. Вот, игры. Вот, ну, одно. Игра. Так, есть Игра. Одно. Так, и второе, это Игра вот... Игра друзей? Нет, есть такой, ну, как типа теория, я не знаю, теория вроде бы его есть такая в... О том, как мир произошел. Да. Вот, Игра да. Дарвина. Да. Есть такой, типа, пирог яблочный. И как имя еще используется. Шарлотта. Хорош, блядь. Вот есть, типа... Чья? Вот чья? Твоя. Да, есть вот это правильно сказал. И второе, это вот мы изучаем ее в школе наши. Моя история. Да, лучший. Вау, Миша анимешник. Ну, Миша лучший вообще, бля. Гримгал жаль не объяснил, но ладно. Ну Гримгал, ты, бля, иллюзии тяжело объяснить на самом деле, Лех. Ну реально. В смысле? Где все нахуй сдох? Лучший секай. А, ну ладно, не лучший. Там есть этот. Ладно, давай, поехали дальше. Поехали. Лучше секать там акции. Смотрите, у каждой страны есть свой вот, главный человек. Президент. Президент. Ага. Король. Хорошо, первое президент слово. Совета горничная. Короче, есть уже было это слово первый, а есть... Второй, два. Не, самый крайний. Последний. Последний. Ага, есть... Ага. Короче, фильм такой, блядь. Блядь. Я не ебу, как я... Там дохуя повторений, типа, повторяются буквы, короче. Вот и... Как ты сказал? Дура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 рarar Хорошо, есть, короче, кухар. Кухарь, блядь, кухарь, есть такой слово, не знаю. Повар боец сома?
Вот первое слово правильно, но нет. Повар? Последнее слово это отель, но наоборот, по-русски, типа как. Вот как отель по-русски, можно сказать. Где пришли домой, кто? Не, вид, я Дорохедоро да, объяснял. Повар, гостиница? Гостиница? Какой, какой, повар? Какой? Саня не мог объяснить слово. Гостиничный повар? Наверху у нас что? Гостиница? Бля, Дюрарара, это там не Лёха, одно заряди, чтоб мы объяснили и курим. А что, я не знал, что это такое. Я понимаю, все нормально. Я бы тебе сказал, что ты хочешь нахуй посмотреть на стриме, пиздец. Ну, я попробую это. Дюрарара, я хочу посмотреть, а не Дюрарара. Ну, я бы понял, нахуй. Дюрарара база так-то. Хорошее аниме. Так, ну поехали. Пиздец. Вам одно слово. Не, ну это пиздец. Может, давай. Волшебники по-другому. Чародеи. Еще. Маги. Ага, готово. Там был, блядь, Нацу Драгнил и прочие. Это Fairy Tail. Блядь. Хорош. Это имя демона. Люцифер. Повелитель мух. А, блядь. Ну, повелитель мух. В благих знамениях он еще недавно был. Мажешь жопу чем, чтобы хорошо входило? Мазью. Блять, с маской нахуй. Вазелин. Ага, а вот похоже на Визивуд. Ага. Хлорка. Мы смотрели с тобой, Маш. Ичига Куросаки. Блич? Гранд Блю? Хорош. Но я не объясню вам. Мертвые люди. Похуй. If you wanna see some action. Трахнули, блять. Кстати, хорошо спелы. Наша селфи еще 14 ебанет, так что не ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, время сиять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, поехали, ребята. Хорошо, смерти, вот которую ты куда записываешь. Первая часть. Драть. Так, хорошо. А там получается Драгнил, имя. Нацу. И надо добавить окончание. Получается. Имя жены Алькора, первая буква? Мэ. Петра Царца Мэ. Отлично. Хуй знает. Хорошо, про Дегуршев. Про Дегуршев, Таню Дегуршев. И аниме. Саня. Военная. Я знаю. Ну? Военная. Ну, я не знаю, не помню, семья про семью какая-то? Похуй. Аниме тоже Миядзаки про большого плюшевого такого, типа, у него еще уши длинные. Мой сосед Тоторо. Отлично. Хорошо. Блять, хуй объяснишь. Слеер перед этим что идет? Демон. Демон. Так, хорошо. Где мы учимся? Демон High School of the Dead. Да, отлично. Ну, Демон High School, я считаю, нужно защитить. Да нормально. Oh, yeah. Ну вот истинные анимешники сидят слева. Нормально. Ну тяжело. Мишаня мастер слова просто. Мишаня, да, мастер над монетой. Ни одно аниме, наверное, почти не знал, объяснял идеально. Ну, Дегуршев, да. Я бы засчитал даже Йоджи Сынки, но никто не вас не скажет, это Йоджи Сынки. Эльф, если бы мы были в одной команде... Лёх, мы бы за два раунда бы. Но увы. Но увы. Ой, ну хорошо. Весело поиграли, Валя. Спасибо вам большое. Да, спасибо за гейминг, ребятки. Давайте счастья, здоровья. Давайте, пока. Давайте, ребят. Гейл.